Ну, мы вроде как в эфире. Нас из-за постоянных включений, переподключений смотрит целый один человек на Ютубе, очень терпеливый зритель. Кто бы ты ни был, привет. У нас не получилось подключиться ВКонтакте, поэтому так много перезапусков трансляции. Просим вот прощения. Всем привет. Вы на канале Sword Effect. Сегодня ностальгируем по битве наций. Это чемпионат мира по историческим средневековым боям. Да, в общем, такая олимпийские игры для рыцарей. Вот, у меня в гостях Света Федорова. Боец, уже маршал. Мой капитан. Вот. Давайте проверим связь, как слышно. Лёха, привет! Вообще, это ужасно, конечно, когда ну, что-то не работает. Как ВКонтакте сегодня, мы прям где-то грустим, две мы в этот момент. О, да. Как нас слышно? Свет, скажи что-нибудь уже. Я вот говорю что-нибудь. Я сейчас буду поправлять волосы, конечно же. Когда как не сейчас это делать, естественно, да? Да, ну... Всем привет, кто присоединился, готовьте свои каверзные вопросы. Мы сегодня сделали вам подборку, надеемся, интересную в рамках заданной концепции тогда и сейчас. Вспомним очень крутые бои со старых, прошедших, самых первых битв наций. Ну и, соответственно, сравним с тем, что у нас в этом плане происходит теперь. Так как... По понятным причинам, и, собственно, сам чемпионат перешел на двухгодичный цикл, в этом году он не проводится, но это не отменяет того, что у всех, у всего нашего сообщества очень сильна ностальгия и фантомная битва наций. Фантомная битва наций, да, проявляется всячески с утроенной силой, и с каждым днем все сильнее и сильнее. Вот. И в связи с этим на волне воспоминаний и марафона «Вспомнить все», он же Total Recall, который запустила Лига HMBIA, мы решили вот сегодня вот такой тематический стрим замутить. Ну да. Вот. И потом мы обратились... Там сделай меня потише, это, по-моему, эхо идет. Короче, слышу себя через твой динамик. Да? Да. Был у нас небольшой опрос, ну, как у меня на страничке, что бы вы хотели увидеть в следующем стриме. В общем, мы прислушались к результатам. И победили у нас бугурты, как ни странно. На втором месте были скандалы, интриги, расследования, естественно, куда же без них. Вот. Третьим были, насколько я помню, раритеты и близкие по духу разделили пьедестал. Вот. Ну, в общем, в этом выпуске у нас получится, я думаю, объединить и раритеты, и бугурты. Про скандалы не знаю, но этого всегда полно. Вы всегда можете спровоцировать бурное обсуждение вопросами в чате, конечно же. Мы все понимаем, что нам всем скучно, и, соответственно, будем как-то пытаться разгонять коронавирусную тоску. Еще раз просим прощения за постоянные переподключения, включения. Очень хотелось, чтобы ВКонтакте сегодня тоже был подключен, но вот так бывает у сервиса Restream, что не всегда это удается. Вот. И если это в ваших силах, тогда, пожалуйста, поделитесь трансляцией в Ютубе прямо сейчас. Покажите своим товарищам, что все идет, мы уже в эфире. И можно начинать смотреть вместе с нами. Ну, там ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте комментировать. И жмите колокольчик! Да, всячески свою активность в чате выражать, иначе зачем мы все здесь. Вот, Юрий, привет. Ну чё, попробуем уже начать смотреть. У нас сегодня слишком много запланировано, чтобы... В общем, эти люди, которые вот сейчас нас смотрят, которые к нам первыми присоединились, я думаю, увидят самые раритетные как раз бои. О, да. Я тебе сейчас продемонстрирую свой экран. Только чур не смотреть пароли. Хорошо.
Так, еще раз поведаю я нашим зрителям. Серега, привет. Сегодня мы смотрим «Битву наций» в разрезе таком. Мы смотрим самые первые бои, самые первые годы. Немножко так выборочно. И «Битва наций» прошлого года, то есть самые свежие воспоминания о том, что было. Мы это делаем вот сейчас, потому что именно в эти дни все ИСБ-бойцы привыкли находиться уже где-то в полях и неистово друг друга месить. Вот. Каждый год на протяжении 10 лет они это делали, а тут вдруг нет. Поэтому непременно нам хочется как-то восполнить эту пустоту в душе и сегодня посмотреть это все. Но посмотреть мы будем не просто так, роняя слезки, а попробуем проанализировать, что изменилось вообще в боях и в организации, и вот это все. Вот, первый ролик, который мы посмотрим, это «Битва наций» 2010 года, самая первая «Битва наций», но... Финальный бой 5 на 5 между командами России и Украины. Причем это, кажется, второй раунд. Первый раунд по каким-то причинам был не заснят. Вот. Похватились не сразу, судя по всему. Да. Слишком были увлечены происходящим. В тот год участие в чемпионате мира приняли всего 4 страны. Да. Польша, Украина, Беларусь, Россия. Так сказать, основатели вот этого движения. И финал между самыми сильными из них. Собственно, чаще всего такой финал мы наблюдаем и по сей день. С небольшими изменениями. Вот. Что интересно, в месте проведения здесь ристалище под наклоном. Вы сможете это увидеть. И так было аж 2 года. Не знаю, насколько можно это назвать изюминкой мероприятия и местоположения, но вот так вот все и было. Ну, чего, давай смотреть? Давай. Всё будет... Ну и стоит отметить, что поэтому бойцы вынуждены были подстраиваться под существующие реалии. И это, так сказать, наложило определенный отпечаток на манеру ведения боев, что вы сейчас, собственно, и увидите. Да, ну и что хочется сказать еще. Следите за руками, потому что все очень быстро и динамично. Какие-то женские крики, визги, падает снаряжение, бойцы друг об друга спотыкаются. Суматошно. Полетели в угол, конечно же. Очень хочется заметить бесстрашных зрителей там. Зрители, состоящие в основном из бойцов. Особо пытливый зритель сможет разобрать вот среди скопления в углу белых наладников, которые находятся за пределами ристалища, лица действующих членов сборной и поныне, которые сейчас составляют ее костяк. Ну а на ристалище Дмитрий Кунченко, Виталий Грызлов. Это кто бы вы думали? Из тех, кого мы смогли опознать. Вот такая вот заруба, которую не может остановить ни куча флажков. Вот давай посчитаем, сколько там флажков было одновременно сейчас. Мне просто любопытно. Вот все судьи, вот они столпились и пытаются остановить бой. Бойцы настолько увлеклись. Раз, два, три. Четыре. Парад судейских флажков. В общем, это был второй раунд. И Россия, да, побеждает. Довольно, вот, как вы можете наблюдать, брутально это все выглядит, но душевно. Мягко говоря. Как заметил Сергей. И, кстати, прошу заметить, что ограждения все еще целы. Но так будет не все время. Да. И тут же вдогонку, поскольку короткий был довольно раунд, давайте посмотрим 21 на 21 того же года, тоже финальный. Есть у нас значки здесь. 4-10. Совсем романтизмом той эпохи, так скажем, с вот этим всем пафосом и так далее. Еще первый капитан сборной России у нас на экранах. Андрей Зимин. Андрей его зовут. Да, или Зимин. Зимин.
Резимин. Но он 2 года Дымов подряд возглавлял, да, сборную, сторожил, пока его не сменил Дмитрий Тростин, который и поныне сейчас является капитаном сборной России по ИСБ. Я даже не буду пытаться комментировать, что происходит. Здесь очень грамотное стратегическое использование рассыпного строя и рельефа местности. Рельеф местности дополняется лежащими телами, вот, и ристалищем. Вот, вот. То, о чем я говорила, у нас ограждение не выдерживает упора. Ну, и разбивается в щепки. Зрители огорожены надежнейшим ограждением из веревочки. А оно, как известно, самое надежное. Да, и хочется заметить, что здесь на второй сход команды поменялись местами, то есть, как это бывает, где в любых командных видах спорта. Ну, и в дворовом футболе, наверное, когда играют две команды из пацанов из 5-го Б и 6-го В, вот, и кому-то слепит солнце, потом они обещают в следующем матче поменяться местами. Вот, кто выбирает мячик, непонятно, но явно это создано для уравновешивания сил. Сделано. Я напоминаю, да, вот тем, кто к нам присоединился, что мы смотрим бои самых первых видов наций. Вот, и потом у нас будет сравнительный анализ тогда и сейчас. И да, вот у нас там в чате Айвер Невермайндер удивляется по поводу ристалища. Да, к сожалению, тогда еще стандартов ристалища не было введено. И, собственно, вот можно наблюдать то, как эту проблему организаторы решили вот тогда. В белых налатниках, если вдруг кто-то не знает, это сборная России по историческому средневековому бою. Ну и остальные чуваки. Сборная Украины. И когда сборная радуется победе. Что характерно, в тот год еще сборная Украины не обзавелась налатниками желто-синими. Вот. Но это помогает нам разглядеть подробнее обмундирование бойцов. Вот немножко подробнее. Здесь в ходу еще шапели. Вот я вот меня глаза не обманывают, это же кольчуга. Вот здесь. Да, тебя не обманывают глаза, это кольчуга. Человек пошел в королевскую номинацию в кольчуге. Так можно было. Я, кстати, отсюда вот не видно, у него голени-то вообще защищены. А вот, ну ты замахнулся на голени, тогда еще... В те годы вообще, насколько я знаю, ниже колена бить было. В некоторых номинациях совсем не обязательно. И бойцы по привычке ходили без голени. Много топ-хельмов, много шапелей. И все такое какое-то разнузданное, как моя бабушка говорила, распетушье. Это аккуратно, да. Это имеется в виду, как это, расхристанный, вот-вот-вот, другое есть слово. Это жаргонное выражение с берегов Волги, да. Но имеется в виду, что все такие нахрапистые, на задоре, на вот этом всем, все кто-то не подпоясан, все просто побежали. И, ну, общее впечатление похоже, конечно, на старое доброе ультранасилие. Драку такую без это сам, без... Брутально прям вообще. Вот так вот это выглядело на первой битве нас в 2010 году. Потом... Сейчас, прошу прощения. У нас тут есть небольшая будет вставочка из 2014 года. Сначала расскажите ваши впечатления от вот этой вот драки, пожалуйста. На дорогие друзья, как оно вам вообще? Не кажется ли вам, что атмосфера вот этой вот... как сказать-то, господи? Как ее назвать так, чтобы было не обидно? Мне прям сейчас аж страшно стало. Прошу
что? Ну, про вот этот вот стиль драки такой вот нахрапистый, безудержный. Так что ломается ристалище, летят в стороны щиты, рукавицы, кольца кольчуги, судя по всему, отваливаются. Фанатской дракой молодость. Тоже не назвать, да. Это была молодость. Молодость нашего спорта, назовем дипломатично, вот так вот. Да. Заря. На заре ИСБ, так сказать. Война как война. Вот хочется отметить, что многие бойцы сейчас ностальгируют по тем временам, называют это, как это, старым форматом. Привет, привет. Алды тут. Вот. Привет, 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 Денис. В принципе, да, что-то в этом есть, определенная романтика есть, но это со стороны выглядит действительно задорно, весело и прикольно, динамично и как-то незамутненно. Но вы сами видели, до зрителей там буквально какие-то сантиметры оставались, вот, и ломается ристалище, бойцы. Состоят, их снаряжение состоит не столько из доспехов, сколько из дыр в доспехах, вот, и, ну, определенно это хаос, назовем одним словом, вот, поэтому его нужно было, конечно же, упорядочить, если бойцы и организаторы хотели это развивать. Сейчас затронем промежуточный этап в этом всем. Вот такой вот милый нашему сердцу эпизод с Хорватией. Битва наций 4, если не ошибаюсь, да? Здесь бойцы команды Медвежьи 5 готовятся к бою с командой из, судя по всему, Новой Зеландии. То есть прошло 3 года с тех пор, как участвовали 4 страны в чемпионате мира. И уже сильно география этого мероприятия расширилась. Пятно на лбу, я просто пытаюсь разглядеть, все близко, и хромакей срабатывает, как будто у меня зеленый лоб. Обожаю этот момент просто. Могу любоваться вечно. Прекрасно. Очень круто. Ну и дальше всех, конечно же, Кирилл Грюнов. Да. Хочется сказать, кто, если не он, бойцам и командам, что вот это вот было круто. И это было в 2013, да? 2013 году. И с тех пор... Нет, 13-й год это был Эгморт, это 14-й, кажется. Да, получается 14-й. Денис, поправь мне, пожалуйста, если я ошибаюсь. По-моему, в Трагире битва наций была как раз в 14-м году. Надо было мне достать мой журнальчик с хронологией. Ну вот. В принципе, это вот такие вот моменты запоминаются. Наверняка уже никто не помнит, каким был ход боя, что там вообще происходило, с кем они сражались, но вот этот момент запомнили все. Это очень круто, и, на мой взгляд, таких эпизодов должно быть как можно больше. Сейчас есть нечто похожее, эту тенденцию, она воплощена у поляков, команда КСР, которые танцуют в стиле скибиди перед боем. Да. И, в общем, этой команде даже не обязательно побеждать, но все запоминают ее вот этим вот танцем. Таким образом, у нас наш спорт завоевывает не только какие-то спортивные соревновательные площадки, но и, как сейчас модно говорить, становится вирусным. Вот. Так. Такой вот наш. Кстати, после того, как я увидела видео с Хакой Медвежьей 5, у меня теперь с тех пор не отпускает мысль проделать то же самое, ну, женским составом. Ты же понимаешь, что это будет повтор. Надо что-то Ну и что? Зато это можно сделать более массово, я считаю. Например, в женские все на все. Когда-нибудь.
Ну, самое эпичное было бы, если бы мы при этом стояли перед командой из Австралии или Новой Зеландии. Естественно. Да, у нас был такой шанс, кстати, в прошлом году. Нет, в прошлом году его не было. Мы сражались с Австралией, у нас под группе была Австралия. Нет, это я помню, я просто к тому, что вообще на все-то мы не вышли в итоге. А, ты про массовость, чтобы было массово, да-да. Конечно, конечно, я про это говорю. Так, и у нас сейчас будет... А, скандалы просили, да. Вот сейчас будет такой неоднозначный бой. Мы посмотрели бой с первой битвы нации 5 на 5. Посмотрели 5 на 5 художественную постановку. И теперь посмотрим, какими стали 5 на 5 через 10 лет. Это бой под группы А. Россия 1. UK 1. Английская команда, ну и... топовый состав. Да, в лице UK 1 наши черно-белые рыцари White Company, небезызвестные, которые завоевали уже сердечки доброй части не только самого СБ-сообщества, но и поклонников средневекового боя, в принципе. Ну как их не любить, конечно же. Тут такое очень... ну, вы сейчас сами все увидите. На самом деле, это, по-моему, первый бой, насколько я помню, в подгруппе был вообще у России один. Они переживали длительную акклиматизацию тогда, я помню, большинство бойцов. И как бы... ну, ладно, к черту условности. Могу сказать то, что, в принципе, вы все знаете, что затяжные бои — это очень... специфическая вещь, и для к этому надо быть готовым. Вот конек White Company — это как раз затяжные бои. Партизан 1 всегда действовал молниеносно, и тут как бы получилось так, что сложились звезды, сложились обстоятельства, и нашла коса на камень. Это был очень тяжелый бой для наших ребят. Ну, и в принципе, они друг друга еще сейчас... не знают. Да. Ну, то есть англичане были максимально готовы к такому повороту событий, ну и стояли просто вот, не знаю... Насколько мне известно... Какое-то да, нечеловеческое упорство проявили. У меня опять эхо от тебя, я слышу себя. Я не знаю, почему так. Ну, может, чуть-чуть... А так? Так вроде нет. Вот, насколько я знаю, бойцы White Company, они... в том числе у бойцов партизана, с кем они сейчас сражаются, многому научились, переняли какие-то моменты, так как наши топовые бойцы к тому времени уже активно, как сказать, гастролировали с мастер-классами. Вот. Ну и вот этот бой, он как результат того, что наши чемпионы смогли чему-то научить своих же соперников. На самом деле это очень круто. Мы привыкли, ну, кто особенно часто заглядывает ко мне на канал или интересуется спортом, следит за всеми трансляциями, выпусками, турнирами, мы привыкли к тому, что сборная России, она выходит и практически не напрягаясь, уж в подгруппах-то точно раскатывает своих соперников. Вот. Но вот этот бой, чем примечателен, так это... совсем другой динамикой и другим результатом. Спойлер, спойлер. Поэтому мы его смотрим. Смотреть, конечно, тяжело. Тяжело смотреть, когда проигрывают наши. Но момент это уникальный. И я могу представить только, сколько пересмотрели его сами бойцы, которые сейчас у нас на экранах. Сколько они его пересмотрели, там... пережили всех этих эмоций заново, чтобы не повторять ошибок своих. Но, как говорится, проигрыш всегда полезнее, чем победа. Из него больше можно вынести. Всё так.
сейчас не очень активно комментирую, у меня немножко фризит изображение все-таки. Я смотрю с телефона. Если что, не пугайся. Вот, прекрасно сейчас вырывается из захвата. Судя по всему, это Рома Баранас. Здесь у нас Рома Баранас, он активно крутится вдоль ристалища, пытается занять выгодную позицию, удобную для броска. Сейчас вот видно то, что бойцы расползлись в один на один вдоль бортика. Да, практически вот дуэль просто. Кто кого, не знаю, переупрямит, что ли. Потому что, ну, и те достаточно сильны, прекрасно подготовлены. Команда White Company физически потрясающе просто. Вот это было умело. Вот пускай Паша не ругается нас, я точно знаю, что с щитом, с маленьким медведиком был умел. Там же медведик. Да, сделал фраг, и Григорий Блонский вот сейчас оказался, к сожалению, на земле. Таким образом, Юра, мы видим, Самолов, что англичане сейчас в большинстве. Между, да, молотом и наковальней оказался, попробовал бросить, но не получилось. Нам не показывают другой фланг, а там Евгений Гладков. В очень хорошей позиции был Евгений. Он сейчас мог просто... Еще один фраг. Ох уж это Богумил. Ну, вот сейчас как раз... Да. Что случилось? Остановили бой. Ром Баранас грустно бредет обратно к своей стороне. Грустно. Грустно, Рома. Преимущество Баранас было очень... да, в двух бойцов, получается, 5-3, и капитан принял решение остановить его, поберечь силы и, в общем, выйти и зайти как положено. Напоминаю, что это был у нас первый сход, и, соответственно, дабы не время и силы, он был завершен с трехкратным преимуществом. Правильно понимаю, да? Нет. Или досрочно остановились. Досрочно остановились, судя по всему. Я сейчас, вот, насколько могу судить, двое бойцов из России на земле. Да, у нас сейчас повторы идут. Вот жалко, ристалище большое. К сожалению, на юбилейной битве нации операторы сделали ставку на съемку с нескольких ракурсов, и не всегда, ну, то есть общего плана как такового периодически нет, соответственно, не всегда видно все, что происходит на ристалище. Вот, из-за этого могут быть такие выводы сделаны нами. Слушай, а что у меня? Ну и второй сход у нас. Раунд 2. Вот сейчас... Кстати, у меня на плашках сейчас. Да, на плашках. На плашках сейчас 1-1 почему-то. Ну, там периодически во время трансляции случались там ошибки. Это ж у нас примеряется Рома. Сергей Витальевич в наноснике, да, по-моему, сражается. Как меня ругали, что я его не узнала. Когда он поменял сразу шлем. Вон он сейчас, который, да, получает против двух англичан сейчас пытается выстоять, да, это он. Это Лукаш. Его легко узнать по относительно невысокому росту по сравнению с остальными бойцами White Company топового состава. Сейчас связался с Баранасом. Рома пытается сделать фраг. Да, не получается. Очень вязкие англичане все-таки. И с Лукашем роман завязывается. Да. Или по всему. Да. Лукаш относительно невысокого роста по сравнению со всеми остальными своими однокомандниками. И Рома принимает молниеносное решение выключить его из боя первым.
Очень вязко. Мне прямо что... Я уже смотрела это. Аж и... жарко я помню, мы это наблюдали. Да, мне прям... аж самой тяжело. Игорь Кравченко тут пытается со спины как-то... Там уже касание щитом, ну! Касание щитом в текущей версии правил приравнивается к падению, потому что так можно сильно повлиять на свою устойчивость, то есть перераспределить вес. Ну, считается, что касание щитом — это уже касание третьей точки. Касание оружием при этом не считается. Ну и, собственно, да. Матчи увидел, матчи Рейл сейчас, Гофф Маршал в ристалище, увидел касание и посадил англичанина. Но с Роман Барана все еще пытается свалить. Сергей с Игорем взяли фраг. Хорошая работа командная получилась. Четенько. Лукаш вырывается, просто невероятный какой-то. Как в Футураме, когда Фрай выпил 100 чашек кофе, и все были сильно медленнее вокруг. Вот Лукаш, такое ощущение, что он что-то такое проделал. Ну, кстати, многие бойцы, отзывы о нем не иначе, как о человеке, которого очень тяжело свалить, несмотря на его средний вес и, в принципе, компактные параметры достаточно для бугурсмена. Он очень стойкий и... Не так просто всегда выключить его из боя. Даже такому признанному фрагомету, как Роману Баранасу, что мы, собственно, сейчас наблюдаем. Очень много сил отнял первый раунд. А, размен. Но все равно сейчас русская команда в преимуществе. Все еще пытаются... О, Паша Кушев, невероятно, что сейчас. Вот он делает. Лукаш сейчас сделал фраг вот в этом вот численном, учитывая численное преимущество российских бойцов, 4 в 2 было, Лукаш делает 3 в 2, и невероятно что-то, в общем. Это к вопросу о том, что ИСБ — это спорт для тяжеловесов сейчас. У нас есть люди, которые опровергают это утверждение. Регулярно причем. Да. Рома и Игорь зажали в клещи просто Лукаша сейчас. Видно, что Роме уже тяжеловато прям становится. Очень много сил у него Лукаш забрал. Остановка раунда. Второй раунд, да, по времени. Время раунда истекло. В первом раунде, судя по всему, то же самое было. Да, судя по всему, да. Вот так. Так, заканчивается второй раунд. И... Тогда, было... честно говоря, не поверили своим глазам. Это было, ну, да. Совсем неожиданно. Англичане все карты спутали. Я думаю, нам, кстати, как комментаторам, которые на что-то там претендуют, нужно начать называть... А, да? Да. Научиться называть бойцов не по имени-отчеству, как мы привыкли это делать, а просто по фамилии. Я вот слушаю Гевина и Адама, англоязычных комментаторов сейчас, и понимаю, что... Ну, это просто, чтобы быстрее... Это быстро. Да, это быстро и более-менее понятно, о ком идет речь. Когда мы говорим «Сергей Витальевич», о боже, не все понимают. Я не знаю вообще, я смогу его по фамилии называть или придётся, нет. Придется. Меня молния поразит. Постарайся. За такую дерзость. Невероятный Лукаш просто какой-то. Да, Лукаш прекрасен. Сейчас, насколько я помню, большой инсайт. Долго что? Решали, что же делать, потому что, в принципе-то, время двух раундов вышло.
по 5 минут на каждый, 10 всего. И должны считать уже сейчас по количеству бойцов, которые остались на ногах. В первом раунде это было 5 в 3 в пользу англичан. Во втором раунде 3 в 2. Если бы Лукаш там не сделал этот фраг, да, свой отчаянный, то в счет был бы равный сейчас вот. Света, ты что-то хотела сказать? Потрясающе. Виды крепости Смедерева сейчас нам демонстрируют. Как хорошо-то было тогда. Прекрасно. Одно из лучших мест, кстати, я склонна считать. Организаторы большие молодцы, что остановили свой выбор именно на этой локации. Она невероятно, невероятно живописна. А инсайт я хотела сказать по поводу Лукаша, опять же, пометуя вот эти его подвиги на битве наций, когда Вячеслав стал выстраивать свое промо к серии боев «Воин», и после первого его видеовызова я, естественно, не преминула сообщить, что как-то вот недооценивать все-таки Вячеслав возможности Лукаша Коваля. Вот. Ну, в итоге так и получилось, естественно, продемонстрировал небывалую подготовку, боец-универсал высочайшего класса и одинаково хорош как в бугуртах, так и в одиночных боях. Пример да. всем, я считаю. В общем, тот бой закончился победой англичан в подгруппе. И еще спойлер, англичане вышли из подгруппы с первого номера, Россия один со второго, то есть все равно Россия продолжала сражаться дальше за призовые места, отыгралась, естественно, дальше, с учетом всех этих ошибок и этого досадного поражения, вот, и да. мы такой делаем таймлэпс, переходим сразу к гранд-финалам. Напоминаю, что система гранд-финалов — это когда в финал выходят три команды и сражаются каждый с каждой между собой. То есть это такая парад крутизны получается. А в гранд-финал тогда у нас вышли команды Россия 1, Россия 3 и, собственно, UK 1, которая сейчас в предыдущем бою победила. Россия 1 и Россия 3 боя не было, как это обычно и бывает. Вот. Поэтому англичане всего фактически боев гранд-финалов было 2. Бой англичан с Россией 3 сейчас будет на наших экранах. Ну, можно напомнить, что состав «Россия-3» был укомплектован бойцами клуба «Западная башня» и «Бояр». Вот, сейчас выходит на поле Дмитрий Ромадин. Динар, показали нам его. Затем англичан пока еще всех взобрала, не выучила. «Прости меня, Паша, пожалуйста, я обязательно исправлю». Алексей Дайдеров у нас появляется. Его не признать, конечно же, вообще, это же постараться еще надо. Вот. Также в составе, вот сейчас на поле в составе «Россия-3» Евгений Агеев. Вот, оценили, да, наверное, комбо Агеев и Брю в одной команде. Это же просто смертоносное какое-то дуэт и сочетание невероятное. Ну и Максим Туктарев. У него шлем «Волчьи ребра», да, с красным авентайлом. И Артем Саванович. Друзья, ну, не стесняйтесь комментировать. Мы таким вот незатейливым образом открываем сезон с вами. Давайте как вот прям там сейчас болеть. Делает фраг Артем Саванович с разбега. Потом на реплее покажут, как это было, насколько я помню, крутейший момент. Теряет алебарду Брю. И таким заградотрядом выступил Артём сейчас, чтобы капитан команды мог взять запасное оружие. Максиму Туктареву приходится сейчас... Давай уже переходить на фамилию. Туктареву приходится сейчас сложнее всего. Да, на нем с эпическим весом висит, кажется, Богумил.
Да, это он. Пытаюсь его, да, согнуть. Вот. И на помощь ему сейчас вот приходит Алексей Найдаров. 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 Да. Простите. Мошничак так берет защиту, как в фехтовании. Почему бы нет? Ну, лучше такая защита, лучше, чем... Лучше принять алебарду на клинок, чем на кисть. Не могу его в этом упрекать. Тем более, если это подача дядюшки Брю. Грамотно действие Туктарев сейчас удерживает самого опасного фрагмейкера и тяжеловеса этой команды. Снова там на дальнем фланге преследует кого-то Сванович. Это этот фланг, они уже сюда прибежали. Не без участия уже... Ковали, который сейчас ворвался просто в правый фланг. Но попал под раздачу алебарды Брю. Ромадин придерживает одного из англичан. Тоже пока не очень активные действия. Хочется сказать, что вот когда идут... Брутальнейше просто окучили сейчас английского бойца. Даже страшно смотреть было на это. Вот в боях такого уровня, в боях сильнейших команд мира, динамика, вот она такая практически всегда. Как правило, команды с профессиональным вот этим подходом, они не станут рисковать. Даже искры летят, смотри. Да. Промято бедро. Это я пытаюсь объяснить, почему динамика такая невысокая. Как тяпкой просто работает Артём сейчас. От бедра прям хорошо. По-по-по-по-по. И не забывает обманочки, прицеливаясь в голову, нанося удары в бедро. Очень чувствительно. Очень грамотно. Пытается голову. В парах работают бойцы, хотя, в принципе, команда составная, она из... микс такой из двух клубов, но как будто бы прям вместе тренировались. Очень хорошая парная работа. Ромадин и Найдаров берут еще один фраг, а Богумил стоит. Ох, хорошо. Вот кажется, это Эдвард Бамберг. Я вот сейчас прям аж страшно. Останавливают бой. Вот здесь в гранд-финалах ограничений по времени быть не должно было, поэтому, вероятнее всего, бой остановлен капитаном. Не всегда нам показывают причину остановки боя, можно только догадываться. Ну или вспоминать, как оно было. Что характерно... Ой, какая красивая подножка. Да, это была парная работа Савановича и Агеева. Агеев подставил ногу в нужный момент. Саванович толкнул соперника на эту ногу. Потрясающе просто. Можно прям смотреть, присматривать и учиться. Это был первый раунд еще первого гранд-финала. Битвы нации 2019 прошлого года. Очень круто, на самом деле, добавляет атмосферности уже то, что на улице стемнело. Бои проходят в свете этих стадионных, как их назвать-то, софитов. Софитов. В общем, наши суперзвезды. Как и есть. И чем примечательны финалы пятерок прошлого года, тем, что в них не было... Команда «Россия-2». Команда «Россия-2» сражалась за 4-е, 5-е, 6-е места. Спасибо. Да, это англичанин с пелериной, разделенный пополам, с такой рисунком. Это Дэниел. Замена в российской команде. Александр Шейн врывается на поле. Прямо я представляю, как он бил копытом за пределами ресталища. Не терпелось ему
Показать силушку богатырскую. Это же первая его битва нации, да, получается? Да, молодое дарование, совсем недавно влившееся в клуб «Боярд». Очень удачное приобретение, надо отметить. Я не помню, сколько ему лет, то ли 21, то ли 22. Он очень молодой и очень одаренный спортсмен. И что-то у него, кажется, ну, я могу ошибаться, сейчас уже не вспомню, но база у него спортивная, кажется, то ли борьба, то ли дзюдо, насколько я помню. Здесь у нас Багаудин вышел на поле, он с Сагеевым на одном фланге сейчас, и Максим Янишевский. Максим очень неплохо сейчас справляется с соперником, выше на голову его. Очень здорово он его прессует. Такое впечатление, что у команды России сменились чуть ли не все бойцы. Но Макс Туктарев и Евгений Агеев остались во втором раунде. Противостояние вот обожаю просто, когда начинают бойцы отрываться от ристалища и пробуют красивейший вот этот вот пируэт сейчас был. Страховка вперед от Багаудина. Да. Ах, жаль. У меня с изображением совсем беда, я поэтому иногда молчу. Да, я заметила. Да, потому что с телефона не очень удобно смотреть, но у меня просто сейчас фризит изображение, поэтому я иногда не успеваю за тем, что происходит. Вот Павел, если посмотрит этот стрим, я хочу спросить, а удобны ли вот эти рукава такие с раструбами такими широкими. Размен Курзак и Агеев на земле. Туктарев, Шейн на одном фланге. В принципе, выглядит бодро. Бодрее, чем англичане сейчас. Держится. Или их держит Богумил. Так сразу не скажешь. А, в принципе... Не, ну он, конечно, всесилен, но я думаю, не настолько, чтобы удержать этих двух достопочтенных донов одновременно. Чисто тактически, это, конечно, выигрышный момент, когда ты... Вот это очень грамотная работа. Растянули две ноги, два бойца. И посадили на третью точку. Хотя в некоторых кругах она называется пятой. Но у нас касание трех точек, поэтому пусть это будет третья в этот раз. Ничего страшного. А в этом гранд-финале в двух раундах победу взяла Россия 3. И, насколько я помню, здесь сейчас команде Англии будет дано несколько минут на передышку. Тяжело, конечно, уже это весь... Какой же это? А, это первый день чемпионата, и весь первый день бойцы сражались в номинации 5 на 5, вот с утра и до захода солнца. Замечательные повторы. А мы сразу прыгнем ко второму гранд-финалу. Там в чате у нас задавали вопросик по поводу покрытия ристалища. Сложнее ли биться на песке, чем на твердой земле? Есть своя специфика. Я вот, например, не сказала бы, что сложнее. Просто немножко иначе. По песку, если он, допустим, вязкий довольно, то по нему опасно бегать, потому что можно запутаться в ногах своих и выпасть из боя. Если достаточно плотное покрытие песочное, то тогда, если оно не пылит, то вообще прекрасно и, в принципе, ничем не отличается от стандартного резинового протектированного покрытия, которое обычно у нас на открытых мероприятиях, ну, которые в закрытых помещениях проходят, вроде того же Кубка Динамо, вот, или, допустим, Реконы. Вот. Те, кстати, как удобнее, на песке или на резине? Терпеть могу песок. Больше всего меня раздражает, что надо его вытряхивать потом отовсюду. Даже если ты не падал. Да, это правда. Но, не знаю, мне в принципе разницы большой не ощущаю. Но на твердом
полу чувствуешь себя, конечно же, уверенно. Сцепление лучше. Что-то у нас как-то неправильно называется видео, оказывается. Потом переназову. Вроде название всем. В эти странные для всей страны, для всего мира дни у нас... О, Паша написал в Фейсбуке «Победа». Паша, привет, если ты нас смотришь. Я же говорила, что он смотрит. Да. Паша, прости, пожалуйста, я обещала выучить вас всех. Я стремлюсь. Что я говорила-то? А, да, в нас подводит техника. Очень много людей стримят. Вот мы тоже в том числе присосались к этой медиа, как сказать, возможности. Ну, а как еще? Как-то вот надо спасаться, иначе же с ума совсем сойти можно. Не исключено, что мы уже просто не знаем об этом. Так что, что это у нас застопорилось? Света! Что? Это не я! Наташ, мы все уронили, Наташ. Вставай, Наташ. Смотрим. Все уронили. Чем интересен этот гранд-финал? Кроме того, что это гранд-финал чемпионата мира по ИСБ в номинации 5 на 5 мужчины. Здесь у нас такой реванш. Прям вот самый быстрый реванш на свете, потому что в этот же день случилось поражение, совсем неожиданное для нашей команды. И в этот же день возникла возможность отыграть его. Да. Снова у нас на ресталище первый состав английской сборной и первый состав российской сборной по историческому средневековому бою. В белых налатниках с золотым Георгием Победоносцем, соответственно, сборной России. В белых налатниках с красным крестом. Он же тоже святого Георгия, да? Или... Не будем сейчас вставать в геральдику, да, там сейчас эпичный меня... Гладков идет на англичан. Парни явно учли все свои ошибки. Как всегда, великолепно Кунченко встречает щитом, не позволяет забежать в спину. Лукаш Коваль бегает, вот он, вот самый активный бегун английской команды. Остались у него еще силы. Это финальный бой, я напомню, первого дня чемпионата мира прошлого года. Здесь колоссальная усталость накопилась у бойцов. Но они все еще стараются. Творят невозможное, показывают чудеса какие-то человеческой стойкости и выносливости. Английской команде буквально несколько минут дали на отдых перед этим финалом. И это, конечно, не может не сказаться. Уже не такой грустный роман. Возвращается. Приободрился, да? Ну, вообще, победы они бодрят. Вот хороший первый раунд всегда лучше, чем первый раунд невыразительный какой-нибудь. Ну, я бы еще сказала, что и поражение бодрят очень сильно. Да. Потому что, понимая, когда понимаешь, что право на ошибку, ну вообще, ну нет, абсолютно, то уже там совершенно другой пазл в голове уже складывается по поводу своих дальнейших действий. Потому что, ну, любое действие, буквально вот здесь, сейчас, оно может сыграть против команды, и таким образом можно вот неиллюзорно подвести. А на кону золото битвы нации 5 на 5. Ну так, между прочим. Да, а, между прочим. А, все годы до этого, все 10 лет, ну нет, не все 10 лет, большую часть того времени, в которое проводится чемпионат мира битвы наций, весь пьедестал, первые три места в 5 на 5 занимали команды из России. Да, бывали годы, когда туда врывались то наши любимые белорусы на второе место,
Украина тоже 5-5. Они, по-моему, в 16-м году в Чехии они второе место взяли. Отличная встреча просто. Невероятно, что Кунченко делает вот щитом, как он встречает. Здесь падение, касание вооруженной рукой. Его удары щитом я могу ухвалить бесконечно. И смотреть тоже бесконечно на них могу. Фраг есть. Павел тоже отправляется на землю. Ну и в общем, да, трехкратное преимущество достигнуто. Вот так вот Россия... А, нет, еще два бойца Великобритании осталось на ногах. 4-2 идет бой, то есть трехкратного преимущества не достигнуто. Еще можно повоевать, зная англичан, они могут вообще тут невероятно что-то сделать. Ну, у них недавно был бой, так что я думаю, это тоже сказывается на кондиции. Ну, такова жизнь, что же делать. Как бы мы не болели, конечно, за наших бойцов, за товарищей по национальной сборной, но вот такие моменты преодоления, которые демонстрируют наши соперники, порой их невозможно не отметить там как-то не по достоинству. Не просто очень Грише Блонскому приходится в углу дальнем. Ну, пока наверное, не его... так не просто, как англичанин, которого бьют втроем. Которого да, втроем забивают в углу, это правда. Не желает сдаваться. Совершенно сейчас потрясающе. Стойкость проявляет. Ну, в общем, да, второй раунд тоже за командой России. Реванш удался более чем. Команда России 1 стала чемпионом мира. Вот. Слушай, у меня есть подозрение, что под ником... Я вот боюсь сейчас выглядеть глупо, конечно. 1978. Да, мне кажется, что это Паша. А, ну, не знаю. Кто ты, маска? Яви себя нам. Откройся. Так. Я думаю, имеет смысл пообщаться с теми, да, кто нас смотрит. Ну, реплей, я не могу... Зачарована. Я просто это... У меня до сих пор движущиеся картинки. Я понимаю. Да, я пытаюсь как-то это, внести свою лепту тоже. Почему, как в футболе, на спине не пишут номера и фамилии бойцов? Потому что пока пришли к решению этой проблемы, да, идентификации бойцов на поле, прошло довольно много времени. Очень много вариантов рассматривали организаторы, и в мажорском чате бурно обсуждался этот вопрос, прежде чем пришли к аккуратным номеркам на поясе. Вот. Мы тоже к этому руку приложили. Ты, по-моему, уже была на тот момент в чате, да, когда решался этот вопрос? Да, да. Вот. Я уже тогда была маршалом, меня добавили в чатик. Как большая. Вот. И как большая. Заручились примером коллег. Насколько я помню, рассматривали удачный пример воплощения этой мысли у финнов. Вот, у финок даже так. Финской команды Кивутар. Это на поясе висели аккуратные флажки. Обозначали они, по-моему, внутреннюю иерархию команды. Капитан там, и так далее. Вот. И сочли это решение наиболее удачным и подходящим атмосфере нашего спорта. Почему не пишут на спине? Потому что в таком случае это будут не рыцари, а, не знаю, Рональдиньо. Сэр Рональдиньо. Вот. Надо все-таки сохранять какую-то, ну, эстетику. У нас же не просто бои, а исторические средневековые, поэтому в рамках этих вот реалий
нужно находить разумный компромисс между историчностью и оптимизацией. Такова непростая задача аутентичного комитета, с которой они пытаются справиться. Вот. Ну и эти флажки на поясах – достаточно изящное решение. Ну, по крайней мере, на мой вкус, это лучше, чем номера во всю спину. Ну, мне так кажется. Ну, тут мы могли бы поделиться тем, какие были варианты вообще в целом в чате. Думали над римскими цифрами, думали над символикой геральдической, стропила всякие, геральдические значки, думали над цветовой дифференциацией, может быть, в каждой команде, чтобы был там белый, синий игрок, что-то, ну, все это так или иначе по разным причинам отметалось. И, конечно, еще почему на спине не рисуются эти отличительные знаки, потому что большинство команд уже имеют свои устоявшиеся какие-то гербы, налатники, которые перешивать та еще задачка для и без того не дешевого спорта. Вот. Да, особенно когда они только-только вот сшиты в соответствии с новыми регламентами. Да. А чем еще хороши флажки на поясе? Чем? Тем, что любой боец должен в таком случае обзавестись поясом, да-да, и подпоясываться обязательно. А мы со Светланой Сергеевной крайне нетерпимы к бойцам, которые не используют, не подпоясывают свои налатники. Вот. Да. Желтый шоссе капитану, да, и два раза ку. Это непременно. Мне тут Павел написал, что он очень любит длинные рукава. Конечно, все любят длинные рукава. На мой вопрос, удобно ли ему? А, вы не видите поломку снаряжения под ними. Ну да, да, да. Получается, что определяется, кто на ринге, узкий круг лиц, пишет нам Дадон Гвидон. Простому зрителю интересно знать по фамилии и имени. Непонятен комментарий. Пожалуйста, поясните, что вы имеете в виду. Был ли это вопрос риторический? Видимо, зритель, который непосредственно на самом мероприятии обозревает происходящее. Ну, почему? В принципе, мы сейчас, ну, как бы сейчас над этим ведется работа, и работа с ведущими в том числе должна проводиться, то есть списки команд, номера присваиваются до мероприятия, но проблема еще в том, что иногда могут быть замены прям вот непосредственно перед тем, как люди, точнее, перед тем, как выйдут на ресталище, поскольку кто-то может не доехать, кто-то там поменяться и так далее. Но не все сразу, над этим тоже работа, как я уже сказала, ведется. И я думаю, что по прошествии какого-то, я надеюсь, не очень большого времени, придумают, как эту проблемку решить. Ну, вообще, вот. Ну, да, это большое шоу, давно назрело. Да, помимо прочего, в самой трансляции, как правило, у нас есть комментаторы, которые различают тех или иных бойцов, которые находятся на ресталище, и, собственно, озвучивают их имена, фамилии и так далее. И пытливый зритель, который заинтересовался, может, естественно, все равно определить своего героя, за которого он болеет, и в итоге узнавать его среди всех безошибочно. Взобрало. Ну, опять же, да, взобрало и так далее. Ну, к этому мы, я думаю, так или иначе придем. Ну, мы не в последнюю очередь сейчас вот каждый этот стрим, я верю, что он постепенно приводит к большему-большему охвату аудитории. Однажды мы захватим весь мир, и все будут знать там доспех своего любимого бойца, как он двигается, какие у него сабатончики, что у него выгравировано на его оружии, там, чем он пользуется в бою и так далее. Вот. Однажды я верю, что мы к этому придем. А пока что вот у нас стрим на очень небольшое количество зрителей. Вот. Ну, все постепенно. Мы еще в самом начале пути, как и наш спорт. Ну чего, ты готова? Ты готова?
перейдем к блоку. Я готова всегда сейчас. Женщина. Да, сейчас главное, чтобы у меня это что-то. Видишь, я с телефона я могу смотреть, как бы, но там задержка идет, ну, как бы, понятное дело, на какое-то время. Вот, поэтому, если вдруг мои комментарии какие-то будут немножечко не в попад, пожалуйста, не обессудьте, техника сегодня против нас. Почему-то. Да. Вот Дадон пишет, что может отличить только одного бойца. Это Маргулиса по кошельку на пояс. Но это потому, что вам нравится Маргулис, и вы бы даже и без кошелька его отличили по забралу, там, по особому, не знаю, по неподшитому какому-то этому элементу доспеха. Вот вы знаете, что у Миши все время там немножко надорвано плечо, и вот это, значит, он есть. Вот. Так, в принципе, постепенно втягиваясь в этот спорт, учась разбираться в нем. Это очень интересно, начинать отличать бойцов даже по походке, вплоть до этого. Вот мы со Светланой, например, я уверена, что уже постигли этот дзен, но иногда все равно сбивает с толку, если боец резко меняет там снаряжение или что-то еще, или, например, раскачался, или еще что-нибудь после самоизоляции. Я даже боюсь представить, как мы теперь их будем определять. Надеюсь, все не слишком изменят свои габариты. Парни, мы в вас верим. Ну что, приступим к блоку женщины. Как оно было у женщин? Мы посмотрели, как мужская номинация 5 на 5 менялась со временем от самого первого чемпионата до самого свежего чемпионата. У женщин развитие шло несколько... Низкий уровень связи. Нормальный у меня уровень связи. Мне тут все хорошо, я скайп пишет не так стремительно, просто потому, что женщины позже пришли в этот вид брутального увлечения, вот, и самая первая массовая категория, которая была женщинам предложена, в которой себя было испытать, это были 3 на 3. Уже, да, вот цифры как бы значат, что женщин, в принципе, меньше в спорте. Вот, и было это в 2016 году. Причём сильно меньше. Да. Ну и надо отметить, что этому тоже предшествовала некоторая работа, поскольку до 2016 года были массовые 3 на 3 на битве наций вне зачета, они пошли в порядке эксперимента, ну и постепенно... Никто иной, как Ирина Рогозовская, боец сборной Израиля, она внесла свою лепту и очень многое сделала для того, чтобы наконец-то тройки вошли в официальную программу чемпионата. На тот момент у нас в стране женской команды как таковой не было, и вообще девочек в бугуртах особо там они никаким образом не светили, скажем так. Вот. Была небезызвестная Татьяна Гусева, которая... рвала всех просто в триатлоне, в дуэлях, и ее извечная соперница Галина Кахвака была Татьяна Дербенева, которая к тому моменту располагала... То же самое, просто... только в бугуртах. Да. Выходила в бугурты на Изборске с мужчинами, то есть на тот момент у нее опыта было больше всех, ну, из нас. И были мы, вот, с Мариной Александровной, слились в фанатичном порыве. Вот. Тогда объединились в команду. Катюша устроили отборы. Нам капитан Дмитрий Тростин дал карт-бланш на все это безобразие. Вот. Ну и, соответственно, все это закончилось тем, что мы попали в состав сборной, отобравшись на Продаре 16-го года. Да. И вот стоим, попираем ногами песок наций. Петершенхолм, Чехия, 16-й год. К счастью, бои наши были вечером, финальные, было не так жарко. Вот. На мне не мой доспех. Частично.
Вот. И, соответственно, вот это первый сход, да, у нас сейчас будет? Это финальный бой этой номинации. Да. Мы вроде как все уже всех побили, и сборную Украины девочки тоже всех побили. Причем мы с ним встречались в групповом этапе, мы их победили в нем. Вот. И Да. теперь, если сейчас мы смотрели, как мужчины за один день берут реванш, Россия берет реванш у Англии, то здесь Украина попробует взять реванш у нас в тот же самый день. Ну Вот. Довольно все это нервно, непривычно. Мы ничего не умеем, ничего не знаем, не понимаем, как двигаться, что вообще, как все происходит. Единственное, что было у нас в распоряжении, это несколько месяцев подтянуть физическую форму. Ни о какой командной работе, конечно, не идет. Вот. И смотреть мужские бои. В общем, вся наша весь наш план. А о командной работе речи не идет просто потому, по той простой причине, что жили мы в разных городах. Таня Дербенева живет в Санкт-Петербурге, я на тот момент базировалась в Калининграде, А я в Марина Твери вот в жила. Москве вместе с Анной Не, я Мишиной в Твери и жила. Алиной Абдулаевой. В то время А ты еще. Твери жила, Еще да. да. В общем, девочки вот в Москве жили, и, соответственно, у нас сколько там, одна или две общих тренировки были, на которые мы наскребли деньги и приехали, чтобы потренироваться. Вот. И сейчас вот, получается, Таня в ресталище, вот Марина посередине, и с краешку я стою, И обратите к ближнему внимание краю. на конструкцию амфитеатра. Вот одна из самых удачных, ну, по общему мнению, одно из самых удачных решений, сделанных специально под наши бои. Здесь в совершенной безопасности находятся зрители, Да. здесь есть буферная зона для маршалов. Вот, в общем, вот. И Я до сих пор удобная зона. считаю, что это самая удачная вообще конструкция, которая только в принципе может быть. Опыт Колизея как бы намекает. Ну да, и да. Ну что, поехали. Господи, я не смотрела эту запись как раз вот с того времени вообще. Мы все очень пребываем в диком каком-то при всем нервике ситуации. Это очень все, не знаю, торжественно, что ли, потому что это первые женские бои в официальной программе чемпионата мира. Мы пытаемся что-то показать, исходя из своих там Что-то немногочисленных показать и не опозориться при этом, да. умений, да. Мы вдохновлены, в общем. Георгий Там по Юрчак. центру у девочек Украины стоит Ольга Грабовская. Она, по-моему, на тот момент капитаном была, насколько я помню, Не могу сказать, кстати, наверняка. да? Да, точно. Она, мы, а, нет, подожди, нет. Или да. Ну, Оля, в как и общем, у нас я, уже первый сход начался. участвовала на этом же чемпионате мира и в одиночной номинации. То есть есть Я бойцы, тоже. да, которые. Ау. Это было больно. Ты тоже волнуешься, да? Не переживай, я тоже. Кошмар какой-то. Простите нас, пожалуйста, дорогие зрители, кто нас сейчас смотрит. Я вот правда, я этот бой не смотрела со времен вот 16-м году, как мы вернулись с битвы наций. Я вот посмотрела один раз и больше не смогла смотреть. У Светы шлем Саши Надежды, а у меня перчатка Максима Юна. У нас артефакты от просто лучших кутюрье. Секундирует нам Алексей Найдеров и Артем Саванович. Очень переживательно секундировали. Я пытаюсь вырваться из этого захвата и куда-то продвинуться. Пам! Ты видел, я успел ударить! Боже мой. Ну, сейчас, конечно, без крови из глаз тяжело смотреть это все. Да и тогда было тяжело. Не то слово прям.
Очень опасно. Давай что-нибудь говорить. Голову отдаю. Света меня надо отдать ей должное, пытается спасти из дурацкого положения. Мне еще эта музыка раздражала, всё-то я помню там. Это ужасно, я не могу это смотреть. Света работает. Света бьет. Света пытается что-то делать. Света молодец. Ну, надо тут пояснить то, что украинки, девочки такие были достаточно... В общем, непросто их было свалить с ног, и я к тому времени не особо там обширной борцовской базой располагала, то есть они высокие достаточно. Сейчас завязалась там, с Кариной Тимченко, и мы с ней примерно одинакового роста и комплекции, и было мне очень тяжело с ней вот стоять. Размен Дербенева-Грабовская. За что я люблю женские бои, тут можно успевать комментировать примерно все. Сколько угодно. Да. Алексей Лилюшко, я вижу, наблюдает за ходом боя тоже со стороны. Да. В тот год еще участвовали бойцы одного из сильнейших клубов Украины Айнебера, участвовали в битве наций. Вот. И это, конечно, пожалуй, если... А вот меня загнули. Сравнивать Посмотри. Сборную Украины сейчас и тогда, конечно, девушки-бойцы Айнебера — это потеря для сборной. Да. Да, шестопер разрешен в Европе на соревнованиях. Вот он по российскому законодательству приравнивается к холодному ударно-дробящему оружию. Света, а что ты делаешь? Нас... Можешь пояснить? Возле? Я не знаю, зачем ты акцентируешь на это внимание. А у меня голая шея, какой кошмар. Вот там вот сейчас вот в эту шею мне прям больно впивается латная рукавица. Да, я вижу. А, это вот я вспомнила, Галина Мовчан зовут соперницу мою. Она... Да. Так, что произошло? Раунд закончился по времени со счетом 2-2, да. Первый раунд финального... Боя России, Украина, женщины. 3-3. Это ужасно. Извините. Я вот не знаю, а вот так вот можно хранить шестопёры? Я просто, пока у нас перерыв, я хочу уточнить у знающих людей. Это моя подставка под карандаши пока что. Не, в разбор в виде можно, насколько я помню. На всякий случай пусть у нас останется подставка под карандаши. Ну да, я где-то у меня хранится и древко под него. Интересно, что сейчас Юрчак говорит девушкам из сборной? Там сейчас с ним Алексей Лилюшко что-то обсуждает. Мне тоже интересно. Решает вопросики. Кстати. Решает вопросики. И у нас, насколько... Ну с кем решать вопросики? Насколько как я помню, сбоку, была конечно. Только одна замена на тот момент, потому что Аня Мишина уже повредила сустав коленный во время группового этапа. Вот, поэтому у нас на замене только Алина Абдулаева. Ждем второго раунда. Файт, сказала ведущая. Леди Стоп Файт. Леди Стоп Файт, да. Марина пытается в тактику называется. В то время как Таня Дербенева два бойца загибает. Ну конечно, куда же еще мне бежать, как ни. Я тогда помню, что мне было ужасно, ужасно тяжело смотреть вообще. Алина вышла тебе на замену. Да. Что-то тут. Я наблюдала это все за
из-за бота, и это я просто, я до сих пор, я вспоминаю, мне сейчас не по себе становится. В Украине, очень тяжело, кстати, смотреть. Нет замен сейчас, и Гробовская, и Мовчан, и Тимченко остались на ресталище. Да. Видно, что они подустали, конечно, к этому времени уже. Без замен тяжело сражаться. А я такая держу двоих, думала, что как-то поможет. Причем двоих самых, двоих тяжей ты держишь. Ты держишь двоих тяжей, понимаешь? А потом, да? Знаешь, вот я там стою и думаю, а что я их держу? Они же уже устали. Ну, в смысле, даже если я их перестану держать, ничего не изменится. И я начала пытаться освобождаться. У меня что-то застряло, какой-то элемент доспеха. И это оказалось не так просто, как хотелось. Такое бывает. Оля Гробовская бодрее всех выглядит сейчас в этом состязании. Ну и, надо сказать, Алина не дает о себе забыть. Да, Алина очень бодро дерется. Алина всегда такая заряженная, так заряженно выходит на бои. Мне тоже нравится. И сейчас вот тот самый мемный момент просто вот нас сейчас настигнет. Все устали. Надо отметить, что этот бой, я просто, мне тогда казалось, что он какую-то целую вечность длится, он невероятно долго, секунда каждая тянулась так, что там просто... Там внутри тоже казалось, что целую вечность, и даже больше. То есть на кону, опять же, золото, серебро, сейчас непонятно, во что это все выльется, мы в меньшинстве... И изматывающее, прям изнуряющее вот это противостояние у Бортика, это просто нереально. А трибуны тогда еще под завязку были забиты, и нас поддерживали. Там целый баттл был между украинскими и российскими болельщиками. Наши болельщики пели песню «Катюша». Да. Потом нам надоело. Да. Решили перекур взять. Я сейчас скажу Алине. Алин, давай их, ну, как-то раскачаем. Зрители скучают, надо что-то делать. Ты еще тогда могла говорить. Ну, это было типа... Вот так это было примерно. В принципе, теперь мы можем атаковать во всех направлениях, что называется. Но это не очень помогает. Ну, я помню, что указание вот Алексей Лелюшко с того края ресталища кричал: «Стойте, никуда не ходите, тяните». А что тяните, я все не могла понять. А потом только поняла, что он говорил тянуть время. Вот ни за что не вспомню, что я там говорила им. Ну, все прилично. Я говорила: «Да, человеки, ну что за фигня?» А что-то такое вот это было. Типа. Но уже закончилось время второго раунда, к сожалению. И мы его проиграли, получается, по количеству бойцов, оставшихся на ногах. Если бы кто-нибудь пришел на помощь Тане Дербеневой в начале этого раунда, возможно бы... Спокойно, это уже случилось, оно уже прошло. Это случилось 4 года назад, боже мой. До сих пор как серпом. У нас тогда было серебро. Спойлер, спойлер. Привет всем, кто только пришел. Мы анализируем эволюцию боев, как мужских, так и женских, от ввода командной категории в официальную программу чемпионата мира до... Ну, короче, от начала до самых свежих турниров. Это начало женской командной категории. Бэмби учится ходить. Подожди, это у нас третий сход между... Это у нас третий сход, что ли? Да, да, да. Всё. Потому что ничья получилась. В первом раунде победили мы, во втором раунде победили... А, нет, в первом раунде ничья была. И опять.
Мы с Таней без замен все три раунда, получается, деремся. Тут до меня дошло, что надо... Света разменялась с Олей. С... Нет, не с... не с Олей. Или с Олей. А, это... Я пробую еще правила соблюдать, потому что нельзя за одну голову хватать шестопером. Надо обязательно, чтобы голова и рука была, например. Получилось? Это очень... С тех пор я люблю шестопера, да. Тут у нас лебедь, рак и щука. Вокруг. Господи, как тяжко. Это не последний раунд, помнишь? Я вот сейчас припоминаю. Это не последний раунд, мы тут все еще пытаемся что-то. Да, это не последний раунд. Да. Что вот? Я помню, ты тогда просто каким-то титаническим усилием пыталась ее оторвать от борта. Действия продиктованы отчаянием, я бы сказала, просто. Ад какой. Все так, потому что опыта мало, не понимаешь абсолютно, что надо делать, и мне пытаешься делать, ну, хоть что-нибудь. Как Артём Саванович мне пытался говорить, дыши, дыши спокойно, такая дыхательная гимнастика прям, ваш бугурт, чтобы вы как бы немножко это... Артём, тренер, просто... Всё, изи, изи. А ты её там... Ну давай! Я не могу, какие-то членораздельные фразы даже не могу выдавить из себя, потому что... Да. Как ты в легкие тогда свои не выплюнула, я не знаю. Паровозик, который смог. Третий раунд завершился в нашу пользу, если ты можешь так назвать. Да, если это у тебя... Это был очень долгий финал. Клинковое оружие нельзя хватать за клинок. А древковое можно. Ну, хватать за небоевую часть, естественно. Поскольку у клинкового оружия боевая часть это на всем его протяжении, поэтому хватать его не получится. Все устали, конечно. И украинские девочки, и... Мы. Там, я вот вспоминаю, сейчас невообразимый накал на трибунах вообще творился. Ну, по динамике видно, что мы вообще существенно проигрываем очень сильно, мягко говоря, мужским боям. Но ни один бой, вот кроме финалов там Россия-Украина, мужчин, не сопровождался вот тем, что мы видели в тот момент на трибунах. Я просто... Какие-то моменты я там до меня доходила, и они кричали все так, что я не знаю, это что-то совершенно невероятное, когда ты находишься вот на арене, и вокруг тебя вот все эти люди, которые пришли на тебя посмотреть и поболеть, и они просто рвут в клочья свое горло, лишь бы докричаться до тебя, лучи поддержки свои отправить. Это невероятный какой-то колоссальный поток энергии. Вот. Он нам тогда... придал каких-то сил хоть достоять до конца, все-таки этот бой был очень... Я тут стоп-кадр обнаружил, который иллюстрирует сегодня тему нашего стрима «Тогда и сегодня». Как бы Татьяна, как один из самых олдскульных бойцов, который помнит еще те года, вот, в принципе, вот здесь ее после уже вот этих ожесточенных сражений облик ее боевой, он вот перекликается с теми бугуртами 2000 начала нулевых, с теми, которые мы сегодня вначале смотрели. А я как явление новое на тот момент, я занималась 1.5 или 2 года историческим средневековым боем, вот, и доспехи получила за 1.5 года до этого момента, свои первые. Вот. Еще такая, еще и вот, как сказать там, как отличница, в общем.
выгляжу, и кот-то подшила, и все такое, и вроде как спорт, и вообще, а Таня так, ломать, ну, в общем. Крушить Халк, ломать. Да, ну, прикольно. Наш маленький Халк, все так. Да, прикольный такой контраст получился. Вот сегодня, кто только к нам присоединился, вот тема стрима — это ностальгия, эволюция, сравнение тогда и сегодня. И 10 лет как не было, да, вьетнамские флэшбэки, фантомная битва наций. Четвертый раунд. Говори. Почему у нас вообще четвертый раунд? Потому что по раундам счет 1-1. Первый раунд был ничейный, второй взяли украинки, третий взяли мы. А победа должна быть до победы в двух раундах. На тот момент довольно четкий был регламент в этом плане. И вот, поэтому мы здесь. Четвертый раунд. Финалы 3-3. Вот я помню в этот момент, помню в этот момент, когда я стояла в углу, я тут сквозь прорези шлема глазницы увидела Аркадия Лагутина, который там неистово орал Катюшу вперед на трибунах, прямо вот напротив нас. Это не Аркан. Не, почему? Там сидел точно, совершенно точно Аркан. Да. Ну, я имею в виду здесь с флагом. Не, это нет, это не он. Ну, сейчас вот у нас будет решающий раунд. Вот здесь вот, да, когда я еще облокотилась, так сама сказала, типа, что стоишь, подыши, ручки положи на перекладину. Вот. И они вот как раз с той стороны, вот где под софитами, они там сидели. Прекрасная Карина Тимченко. Как это, секс-символ украинского ИСБ. Ну, в те годы, насколько я помню, да. Пытается там саппорт приободрить. Я прям так и слышу, ну потерпи еще немножко, вот чуть-чуть осталось, давайте, давайте. И поехали, решающий сход. Уф, не могу на это смотреть. Да, я тоже. И снова, да, мы снова разбираемся один на один вдоль борта. Ай, вот этот удар нехороший. Тебе по ноге туда прилетело, я так понимаю, да? Под коленкой. Я не чувствовал ничего тогда. Я почувствовал уже потом, ну да. Кроме дичайшего воодушевления, да, я понимаю. Даже не воодушевление, я просто... У меня одна мысль в голове была. Надо победить как-нибудь. И тут надо сказать... На Польше я уже... Все было это неплохо, в общем, у нас. А, кстати, кто хотел видеть Свету неподпоясанной... А, нет, вот, все нормально. Спереди только что. Да, конечно! Мне показалось, что у тебя распустился... Хорошая попытка, но нет, у меня пояс был всегда. Я зачем-то бью. Да, по грифону. Короче, ну да. Причем по мужскому грифону. Девчонки тоже тогда пользовались шлемами парней. У нас все только развивалось. Сейчас с Галей Мовчан стоишь. Да? Нет, это Карина, по-моему. А, это Карина, да, точно. У нее черный шлем был. Света разменялась. Вот я с Галей Мовчан тогда и разменялась, и она на меня обрушилась всем своим эпическим весом сверху. Не, по-моему, Галя тогда уже отправилась на замену, она уже не смогла выйти в четвертый раунд вообще никак, потому что устала. Не, по-моему, там все-таки была Галя. Я просто помню это ощущение, когда я засомневалась, целы ли мои ребра после такого финта, когда я пыталась из-под нее выползти. Здесь классный момент, когда до меня доходит, что можно голову сверху взять, а не просто тупо обнять человека. Вот. Но! Тут можно... Вот, отлично! Вот, представь мое чувство вот в этот момент. Да! God, why? Таня Дербенева сажают за не
неисправное снаряжение, голь не отлетела. У него тогда... Я теряю отличную... Таня теряет голень, я теряю отличную позицию преимущества. Я остаюсь одна в два. А я теряю разум. Бой за золото, вот, да. И вот да, стопудово вот тогда Галя, мы с Галей Мовчан разменялись, и сейчас, так, сейчас вы вот пойдете, и ты на нее еще наступишь сверху, я помню. У меня была какая-то тактика, типа, например, попробовать дойти до Оли и уронить ее на Галю. Да, вот. Вот вы забираетесь на Галю Мовчан. Все. Господи. Блес. Я тогда даже что-то пыталась кричать. Мы ничего не умеем, ничего не знаем, но очень хочется не упасть в грязь лицом, да. Мы пытались. Ну, на кону золото первой за всю историю женской командной номинации 3x3 на чемпионате мира. Побежден, но не сломлен. И Света такая... Света в голове играет музыка из «Свой среди чужих». Я все еще стою на коленях. Видишь? Видишь, слезы на глаза навернутся. Украина стала первым чемпионом мира в женской командной номинации за всю историю женских командных боев. Вот. Ну, да, стоило того. Здесь сыграло, конечно, то, что бойцы тогда еще не очень уделяли внимание правилам, мы в частности. Следовало, конечно, тщательнее изучить, но мы были в таком вот ажиотаже, такая, не знаю, как сказать-то, суета вот эта вся и непривычная. Ну, что-то, что вообще впервые делают люди, не то, что для себя впервые, а вообще для движения впервые делают, и вот такая вот суматоха в голове, какие уж там правила. Вот. Да, это было прям... В эпизоде, когда наши соперницы не желали выйти в центр ресталища, они были абсолютно правы, но нам надо было всего лишь 10 секунд не производить активных атакующих действий, и маршалы бы нас всех вывели снова на центр. Это... косяк, который вот с нашей стороны. Ну, короче говоря, и не проверили ремешки достаточно хорошо, и Танина голень подвела. Вот, тоже косяк. Все, что мы вынесли из этого боя, мы, конечно же, сотни раз потом уже старались не повторять. Вот. У меня потом после этого, я как заведенная, вот, Марина тогда травмировалась, потом капитаном пришлось стать мне, ну, заменить ее, так сказать, на посту, пока она в отпуске вынужденном. Вот. И я с тех пор просто третировала своих сокомандниц на предмет там «проверьте ремешки по нескольку раз, прикрутите проволокой». У нас должна быть запасная проволока. Просто... И мне каждый раз перед глазами вот вставала вот эта вот отвалившаяся голень просто, которая, по сути, ну, повлияла на исход финалов чемпионата мира. Вот. Поэтому всем бойцам, которые... потенциальным бойцам, те, кто планирует заниматься ЕСБ на каком-то больше, чем любительском уровне, помните всегда, что хорошее снаряжение — это, не знаю, 80% успеха. И обязательно хорошие ремешки. А ребята из «Медвежьей пяди» еще их проволокой дублируют. Кстати, о ребятах из «Медвежьей пяди». Мы сегодня много смотрим боев и обращаемся, естественно, к битве нации 2019 года постоянно. Еще это сделаем.
и восстанавливаем еще попутно справедливость. Россия 2 не попала в призеры чемпионата мира прошлого года. Костяк России 2 – это команда «Медвежий 5», но мы их сегодня регулярно везде вставляем с удовольствием, потому что они молодцы, и они как феи крестные просто они делают все лучше. И, например, вот Светлана Сырьян не даст соврать, не в последнюю очередь благодаря их поддержке, на следующий год после того боя, который мы смотрели только что, на следующий год команда сборной России смогла все-таки взять свое золото. Вот. Как это было? Это, да, это как бы такое каждый раз лирическое просто отступление. Вот небольшой кусочек трибуны, да, из всей арены «Монументаль» в Барселоне занят небольшой группкой болельщиков, мужчин, которые остались посмотреть женские бои. Это, ну, определенно подвиг для мужчин. Вот. Ну, мало того, что они остались, у них через некоторое время, сразу после нашего блока, должны были их бои начаться в 21:21. Да-да-да. Вот, и для меня вот как раз там было невероятным наблюдать их там именно в этот момент, потому что мало того, что у нас там в этом финальном бою началась чехарда с апелляциями с украинской стороны, весь стадион тогда практически болел за команду фаворита, чемпиона предыдущего года. И вот этот вот кусочек трибун, на котором вот сидят ребята из твоей сборной и пытаются тоже до тебя докричаться, это был как просто глоток свежего воздуха. С учетом того, что мы еще к тому моменту уже несколько часов жарились на открытом просто пространстве под палящим солнцем Испании, это было вот как никогда вот важно именно в этот момент услышать именно вот это. Я, наверное, никогда не забуду. Это одно из самых крутых воспоминаний там, за всю историю моего участия в чемпионате «Битвы нации». Ребята из «Медвежьей пяти», спасибо вам огромное. И вообще спасибо всем, кто нас тогда сопровождал. Кстати, и Макс Юн, я помню, тогда кепочку мне свою одолжил, когда мы там стояли, ждали, чем же в итоге закончится вот это вот решение вопросиков с апелляцией и так далее. В общем, каждый внес свою лепту в нашу победу. Ну и, соответственно, конечно же, мы тогда помнили об ошибках предыдущего раза и старались их ни в коем случае не повторять. Вот. Ну а теперь посмотрим, что было в прошлом году. Как раз это через призму, что было, что стало. Вот вы видели первые вообще командные бои женские на чемпионате мира. А сейчас посмотрим, какими они стали, как девушки. Вот мужчины прошли путь там в 10 лет, да, а девушки в 4 года. И, в принципе, я считаю, прогресс, вот он налицо. Динамика боев женских, то, что они стали 5-5 довольно быстро. Ну и вообще, массовость. И снова, кстати, прошу заметить, Георгий Герчак судит женские бои, у него какая-то тяга, видимо, к этому. К этому делу. К этому делу, да. И я его понимаю. На самом деле, вот я сейчас посмотрела, мы посмотрели бои 16-го года, я даже и не помнила тогда, что Георгий нам, ну, гофил тогда наши бои в тот раз. А вот. Посмотрим пару финалов, потому что финал за первое место будет между русской командой и финской. А здесь, как видите, Украина сражается за третье место с командой Польши. И очень неплохо, динамично. Состав команды кардинально отличается от того, который был в 2016 году у Украины. Вот. Ну, хотя там основной костяк девочки из клуба «Тангар» зацепились. Украинского, из Одессы. Ну и, конечно, то, что это не тройки, а пятерки, это накладывает свой отпечаток. Динамика совсем другая. Возможности заменяться тоже побольше. Побегать можно побольше. Да, каких-то тактических наработок реализовать.
Уже там захваты за голову проводятся там и все такое прям четенько. Ну, мы не, уже не Бэмби учится ходить там, а как вот с пониманием дела начинаем действовать. Понимаем, куда надо силу приложить. Ну и, кстати, в составе польской сборной тогда еще выступала Ира Рогозовская. В 2016-м. Нет, вот, сейчас на BNX. А, здесь тоже? Да, да. Не обратил внимания, она там? Нет. Ну, в своем наноснике и со щитом бело-голубым, вот этим своим овальным. А, 2016-м просто она тоже выступала за сборную Польши. Вместе с Скай Бёрни, бойцом из Австралии. Что интересно, в 2019-м команда из Австралии-то набралась, у девчонок из Скайберни выступала там, а Ирочка все легионерит. Но ничего. Ничего, все еще будет. Да. Да, вот в чате пишут, девчонки из Украины в этом бою мелкие. Ну да, у них тяжеловесов как таковых на тот момент не особо много было. Они все как девочки, легковесы. Но ощутимо бодрее двигаются и динамичнее. И, в принципе, мне кажется, смотреть интереснее гораздо. Ну и опыта уже больше. Молодцы. Вообще с ними сражаться одно удовольствие, замечу. So close to getting that hip toss then. So close. Видно. Иру как раз сейчас. Ира чуть не пропустила удар в спину. Да, вижу. И Оксана Луганская уже с ней. Оксана по левому флангу, по-моему, сейчас идет. Потеряла оружие. Девушка из Польши. Вот здесь, да, парная работа Оксаны и Иры. Легионеров из Израиля в польской сборной. Ну, вообще тенденция у женских боев специфичная в том плане, что здесь частенько выбиваются к пьедесталу команды смешанные. То есть, как это было в 2018 году, третье место заняла HMBA Red, по-моему, сборная из Дании, Германии. Кто там еще был? Швейцария, по-моему. Шведки, по-моему. Да, или Швеция. Ай, упала. Досада. Вот. То есть частенько бывает такое, что в женских боях довольно сильные получаются смешанные команды, а у мужчин наоборот. У них, конечно, командная сыгровка, она в первую очередь решает. То есть ни одна смешанная команда, наверное, не сможет победить крепкий стальной кулак из пяти бойцов, так скажем. Это бой за третье место на чемпионате мира 2019 года, прошлого, который до сих пор в наших сердечках, да. Сердечках как будто вчера был. I believe that's the first group medal for Ukraine this year, as the men came away empty-handed. That's right, yeah. Бой за третье место, а за первое место кто же будет биться? Спойлер! И вообще, девчонки не могут быть мелкими. Это, ну, у девчонок это называется миниатюрные. Миниатюрные. Дорогие друзья, кто только к нам присоединился сейчас, мы здесь ностальгируем по битвам наций. И пытаемся проанализировать эволюцию боев как женских, так и мужских через годы. Берем самые первые бои в командных номинациях у мужчин и смотрим, какие они стали через 10 лет. Самые первые бои в командных номинациях у женщин и смотрим, какие они стали через 4 года. Вот. Это мы сегодня и делаем. Ну, когда мы там уже появимся, мы как эти... Сейчас финки сначала.
Команда, да, сборная Финляндии, представленная командой Киву Тарет. Совершенно потрясающие женщины. Обожаю безумно просто. И очень скучаю по ним. Мы с ними, как правило, видимся вот на таких соревнованиях. Как правило, видимся. Виделись. Вот. И всегда это очень что-то вот интересное. Бои с ними — это просто одно удовольствие чистейшее. Они настолько же заряженные выходят, настолько же им интересен вот этот дух соперничества, присутствует в них. И они всегда вот очень чисто по правилам действуют. И Роза их капитан, прям вот one love в моем сердечке навсегда. Они все вот уникальные, и они огромную работу проводят по поляризации команды и своего движения, и своей команды, и движения в целом. Если кто-то следит за моим творчеством, моей страничкой, то недавно выкладывала ролик, вот этот челлендж, не помню, как он называется. В общем, классно смонтировано, достаточно простой и понятный посыл. Девочки-девочки и девушки-рыцари. Вот как они выглядят в обычной жизни и как они выглядят в доспехе. Просто... Короче, они молодцы по всем фронтам. Вот что тут скажешь. Да. И хочется отметить, что в прошлом году на Кубке Старого Таллина в 3 на 3 мы им проиграли. Да. Когда мне визу не дали. Извините, до сих пор. На поле у нас сборная наша пополнилась такими бойцами, как Валентина Лекомцева, Ну, не пополнилась. Ира Фёдорова. Пополнилась она скорее Ириной Фёдоровой. Ну, я имею в виду, она пополнилась с 2016 года, который мы только что смотрели. Вот с тех пор у нас, конечно, много новых ярких имен в команде. Ира и Валя сейчас в паре работают, очень стойкую соперницу пытаются... А, это Роза как раз. Я там разобралась со своей оппоненткой и прибежала на помощь, и мы сейчас просто разделываем всех оставшихся, и довольно быстро. Раз, раз, все. Наверное, мы как-то вот пытались проанализировать вообще наш... боевое, как сказать, взаимодействие с финской командой, как оно развивалось. В принципе, Розу повалить никому не удавалось, наверное, вот так, чтобы без размена, кроме Иры Фёдоровой, и вот сейчас она в компании с Валей. Ира — это такая наша открывашка для самых... Самых... Для самых высоких, высоких и крупненьких. Да. Это правда. Ну, ей рост позволяет, у нее рост 1,90 м с чем-то, если я не ошибаюсь. И, естественно, с такими данными очень легко так неспешно подходить к кому-нибудь и хватать так аккуратно за голову и класть. Мы с ней в паре по бортику прекрасно вот вдвоем работали. Вот. Замечательное приобретение. Ирина вообще полностью себя оправдала. А мне тогда, да, я сейчас помню, мне Георгий сделал замечание. Ты влетела с ноги не так удачно, да, как могла бы. Сбоку в коленку влетела, этого нельзя делать, я как бы. Ну там ничего страшного не было, но предупреждение он вынес. Ну просто ты спорить не посмела, все было правильно. Ногу занесла не так высоко, как надо было. Очень красивый момент, конечно, съемка здесь. Обратите внимание еще на качество съемки, какая она была вот в 2010-2016 году. И что происходит здесь? Здесь уже крупные планы, здесь режиссерская трансляция. Вот это переключается достаточно круто. У нас второй раунд финала за первое место в женских 5 на 5 2019 года на чемпионате мира. Вот. Света, вот ты обратил внимание, что сейчас комментировать надо гораздо быстрее? Да, 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 да. Вот в чем заключается эволюция женских боев у нас здесь. Динамика, движуха, постоянные фраги, один за одним. Не успеваешь отследить на поле,
И что характерно, я наконец-то начала падать. То есть раньше я понимала, что упасть нельзя ни в коем случае. Сейчас я понимаю, что команда... Ну, немножко можно. Команда, да, есть команда, она... В крайнем случае затащит. Все, это был второй раунд, мы победили, взяли первое место, золото. Уже третье золото для российской женской команды. Выражаем уважение нашим оппонентам, обнимаемся, обмениваемся впечатлениями. На верхушке пьедестала с 2017 года. Молодцы, в общем. Молодцы. Тогда, конечно, большая ответственность на нас лежала. Юбилейная битва нации, надо было удержать золото 5 на 5, которые пятерки впервые были женские анонсированы на битве нации 2018 года в официальной программе чемпионата. Мы тогда тоже выиграли золото. И вот на юбилейный БН уж никак нельзя было, так сказать, опростоволоситься и упустить юбилейное золото, с чем мы успешно и справились. Отлично у нас команда подобралась. Mm-hmm. Прекрасные бои были, и соперницы прям тысячи поцелуев. И прям почитаю их бесконечно. Молодцы. А у меня в руках шестопер, на балдашнике какой-то шестеренки, на которые явно машинного производства. Ну, в общем, куча воспоминаний. Но мы об этом никому не расскажем. Не, ну, это ж не капонина какая-нибудь. Вот. Друзья, как вам вообще? Мы вот готовы перейти к третьему блоку сегодняшней трансляции. Вот. Да, уже 2 часа мы в эфире, но как один миг просто. Потихоньку будем переходить. Не забывайте комментировать. Покажите, как вы там вообще живы-здоровы. Шестопёром вообще можно. Смотря что. Происходит. Слышишь этот звук? Да. Я сейчас вернусь. Более того, я его даже узнаю. Да, друзья, кто к нам только что присоединился или забыл, что мы тут делаем. Это был ветер. Да, интересно. Мы сегодня смотрим бои битвы наций, самых первых битв наций и самый свежий юбилейный 10-й битвы наций, прошедший в прошлом году. Битва наций — это чемпионат мира по средневековому бою. Олимпийские игры для современных рыцарей. Вот, поэтому это записи с боев с этого чемпионата, пожалуй, лучший материал для знакомства вообще с нашим спортом. Шестопер — это, ну, не знаю даже, чем он может быть опасен, если бить по доспеху. Сотрясение разве что. Но такое же сотрясение может получить и от алебарды, и от хорошего удара фэшоном. Вот. В принципе, конечно, да, шестопер — это оружие дробящее, ударное. Изначально фальшион и любое клинковое оружие — это колюще-режущее. Но вот в наших реалиях нашего спорта оно превратилось в дробящее тоже. Даже не знаю, как-нибудь выделяет этот шестопер среди нашего вооружения или нет. Ну, смотря как им орудовать, наверное. Да, я, кстати, согласна с тем, что алебарда гораздо опаснее, чем шестопёр. Здравствуйте, Сергей. Очень приятно, что вас навестили. Так, ну чего, не будем долго ничтоже сумняшися, что называется. Боже, это тот самый Сергей? Серёжа, это ты? Ты пришёл смотреть наш стрим? Да. Омага! Привет. Сергей Курицын, он же Тор, один из человек, который несколько мероприятий подряд может играючи взять титул лучшего бойца чемпионата, например, вот так вот навскидку, если кто-то не знает. Мистер, дома подышишь. Да. А мы снова, друзья, возвращаемся к раритетам нашим. Это вторая битва наций.
чемпионат мира 2011 года. Тоже проходил в Украине, на территории замкового комплекса Хотин, Хотинская крепость. Вот. И, собственно, это у нас финальный бой в самой массовой на тот момент категории 21 на 21. Естественно, среди мужчин. Кажется, мы обознались, это не тот сюрприз. Но в любом случае оставайтесь с нами. Здесь уже можно легче идентифицировать бойцов. Бойцы сборной Украины наконец облачились на латники с цветами национального флага. Но в общем и целом задор вот этого вот боя, он ничуть не уступает бою 2010 года между этими же командами. Все еще не вышли из моды шапели, но, слава богу, в кольчугах мы никого не наблюдаем, что не может не радовать. Шапели были в тренде тогда, все еще. К несчастью. Но здесь есть бахтерец. Вот там. Боец. Снова меняются, кстати, сторонами, обратите внимание, команды. Опять же, это связано с уклоном площадки. То есть это уравнивает шансы команд от раунда к раунду. Маршал еще не настолько красивый. Нет, они красивые, вы имеете в виду их одежду, конечно, да. Еще тогда, вообще по секрету, институт как таковой маршальского дела, он не был развит. Все вот это, и кто не смотрел мои предыдущие стримы, сама организация даже HMBIA, которая курирует средневековый спорт во всем мире, на тот момент еще не были созданы. Их создание стало, ну, очевидность необходимости создания организации, она возникла именно благодаря вот популярности битвы наций как мероприятие. То есть сначала была битва наций, сначала все поняли, насколько это круто, интересно, весело и задорно, а потом поняли, что надо это как-то упорядочить, весь этот хаос, который происходит на поле и в судействе, и вообще. Вот. А маршалы как раз сосредоточием этого порядка и являются. Да, и все это привело к тому, что мы видим уже в 2019 году. Но вот тогда еще все молодые, горячи, и вот этими вот руками пишут историю нашего спорта. Сейчас, по-моему, у нас ни одного бойца уже в бахтерце не замечено. Да, потому что как бы, очень многие бойцы стали ценить целостность своих суставов, лиц и так далее. Потрясающе. Самый удачный шлем для полноконтактного. По динамике бой. Олега Сыркина я, по-моему, вижу, да? Да, это он точно. Спиной к нам. Его шлем этот, кстати, не менялся много лет, по-моему, до сих пор. Ну, вообще доспех по красоте, кстати. Все очень-очень быстро происходит. Прям очень быстро и по-доброму зло. Вот у меня какая родилась формулировка. Вот, таким был бой финальный в королевской номинации 21 на 21. Потом у нас что-то произошло, мы снова обращаемся к команде «Медвежья 5». Еее! А произошло вот что. Я прерву, это Александр Маколдин на ваших экранах, один тоже из старейших бойцов СБ. У него был большой перерыв, ну, не так давно. Он взял перерыв, потом снова вернулся, и наконец-то он снова бьется в составе команды «Медвежьи 5». А вот это видео стало, я снова воспользуюсь этим термином, вирусным. Его смотрели не только любители средневекового спорта, но много еще кто, но смотрели и не понимали, что происходит. Их просто забавило, что чувак с черными губами что-то говорит. Вот, но знаете. Почему? Он не что-то говорит, он вполне определенные вещи говорит, которые отзываются в сердцах
ну, всех, кто хоть какое-то отношение имеет к единоборствам и вообще, в принципе, к спорту, и даже просто тех, кто любит смотреть, как люди друг друга бьют, либо руками, либо какими-то подручными предметами. Причем видео это засветилось не только просто на просторах сети, но еще многие блогеры его форсили там с многомиллионной аудиторией. Насколько я помню, хорошо, в один из выпусков, да, в общем, Александр Маколдин стал звездой, проснулся знаменитым после этой битвы. Вот Сережа, это все-таки он говорит, что это была его первая битва наций как раз. До этого он был просто, как сказать, подаваном. Подаваном, да, которого буквально вытащили из мира, как сказать, текстолитовых мечей и поставили куда положено. Принцев! Извините, не удержалась. Я бы поостереглась от таких, конечно, оборотов, ну ладно. Он сам об этом говорил и, ну, в общем, своей истории, как сказать, не стесняется. И попробовал бы кто-нибудь его в этом упрекнуть, ага. Вот. Хотела бы я посмотреть на этого человека. Да. Кто рискнет. Это на сегодня, если кто-то только что присоединился к нам, это уже третий такой вирусный ролик, который мы сегодня запускаем, авторство команды «Медвежий 5». Мы посмотрели Хако в их исполнении, посмотрели, как они поддерживают девчонок. И вот Александр сейчас вишенкой станет нашего эфира. Если у кого-то нет звука, кто-то не услышал, что сказал Александр, я, в принципе, наизусть помню, что он говорит. Корреспондент спрашивает его еще раз, что там. Да включи просто сначала еще. Давай! Что вы? Мы же никуда не торопимся. Это прекрасно. Финман, прошу прощения, я сожалею, что вы не услышали, но это вот, что называется, в меморис. Первый тезис, который Александр выдвинул в этом интервью. Многие сюда приезжают за призовыми местами, мы приезжаем бить людей. Второе. У команды есть секреты, которые, естественно, не раскрываются, тренировочные и так далее. На дурака решили как бы выяснить их, ага, сейчас. И третье, что мы узнали, это то, что команда очень сильно, и просто так за счет силы победить их нельзя, приходится призывать черную магию. Вот так вот как-то. Да. Это такой манифест. Вот есть три закона робототехники Айзека Азимова, а есть три закона Бугертсмена. Вот. Такие дела. После этого Александр Маколдин, за кем уже на тот момент закрепилось прозвище Маклауд, приобрел второе свое позывное «Черный маг». Да, ну и, насколько я понимаю, это как раз с того же чемпионата эпизод после хаки, для которой они так и раскрашивались. Вот почему у него черный язык. Так, а мы смотрим, во что же превратилась королевская номинация 21 на 21. Для этого нам нужно обратиться к третьему дню чемпионата мира битвы наций 2019 года и к финалам номинации 30 на 30. Финман, не забудьте мне написать в личку, мы вроде бы дружим ВКонтакте, я пришлю это видео прям персонально. Если вы не услышали, как это работает. Must watch просто. Это должен увидеть каждый. Мы сегодня из новенького, да, вот
Смотрим старое, смотрим новое. Вернее, смотрим старое, смотрим сюрприз от Медвежьей Пяди, смотрим новое. Вот. В третьем блоке, посвященном супермассовым боям, у нас тоже будет два боя из новенького. Это бои за... финальные бои за третье и за первое место. За третье-четвертое место бьются команды Великобритании и Франции. Кстати, как и в 2018 году, по-моему, да? Да. В 2018 тоже был такой эпичный бой, немножко реконструкция Айзенкура. Погода. Пополнила архивы с эпичными фотографиями Павла Куржика, который... Ой, а я не включила. Простите, вот так. Вы ничего не пропустили. Что там? Я просто это заглушку не убрала и. Here we are for... В общем, который в победном кураже вскидывает кулак, и эти фотки, они у меня в сохранёнках где-то даже лежат. Я прям периодически на них смотрю, когда мне лень идти на тренировку. Да, друзья, это была черная магия. Я не вывела картинку, сейчас все нормально, все нормализовалось. Вы ничего не пропустили, там просто команды готовились к бою, пока мы болтали. Так, ну, в общем, мы подходим к финалу нашего стрима. Осталось последние пару боев посмотреть. И начинается первый раунд номинации 30 на 30. Чемпионата мира «Битва наций». Бой за третье место в прошлом году. Дело происходит в Сербии. И вы можете сравнить, как отличается динамика боев 2010-2011 года от того, что мы сейчас наблюдаем. Здесь есть уже какой-то, я не побоюсь этого слова, строй. Который гораздо массивнее, конечно же, в сравнении с 21 на 21. Да, ну, на 9 человек больше с каждой стороны получается. Ой, какой прорыв английского бойца. Да. Вот один боец забежал, да, и взял на себя, отвлек уже 4 бойцов других. Неплохо. Поэтому так полезно иногда прорывать строй, пробовать искать в нем бреши какие-то. Это оттягивает. Но рискованно сразу. Тем, что в тылу тебя могут встретить крепкие парни. Нет, они тебя встретят, но ты как такой Джеронимо туда полетел, в общем, и внес свою лепту в победу команды. Еще не факт, что тебя сразу-то поймают там. Эффект неожиданности тоже нельзя отменять. Но есть и другая тактика, да, когда. Если ты французский ниндзя, то в принципе да. Да. Здесь, кстати, за Англию в английской хоругве выступают и израильтяне, и Молдова. Ой-ой. В свою очередь за Молдову выступает Артём Семененко. Вот так вот. А в топ, я забыла, что наш стрим смотрит Сергей Курицын и обронила... Два слова «лень» и «тренировки» в одном предложении. О, черт. Весьма опрометчиво с моей стороны, да, я уже поняла. Здесь вот Илья Драгон как раз и Артём Семененко в одном... Ну, плечом к плечу бьются, они в прошлом году выступали за одну сборную. За Молдову. Но Молдова не может выставить пока что в силу... недостаточной распространенности спорта в стране. Не может она выставить 30 бойцов единовременно на поле. Вот, поэтому в этом случае бойцы идут легионерами к другим сборным. Если в двенашках, например, в номинации 12 на 12 легионеры не разрешены были, то есть сборная должна была выставить чисто своих бойцов, то в 30 на 30 уже свободно можно было заручаться поддержкой других стран. Да. Как вы помните, мы на прошлых стримах разбирали этот вопрос. На чемпионате мира «Битва наций» 2019 года, юбилейном, была упразднена
королевской номинации 21 на 21, и она просто трансформировалась в более масштабную 30 на 30, что, конечно, только на пользу пошло. Заруба здесь, прямо скажем, крутая. Эпично. Да, здесь... Динамика немножко просаживается, но не в самом бою, а между ними, когда маршал старается пересчитать бойцов. Капитаны стараются построить их так, чтобы они, бойцы не разбегались, как котята. И есть два понятия. Строй для пересчета и боевой строй. Вот. Когда маршал дает команду, что да, он посчитал бойцов, никого не упустил, вроде бы лишних нет. Вот. Он... подает знак, и уже капитан отдает команду строю перестраиваться в боевой порядок. Вот так вот. Это нововведение, замечу, было включено в правила после Барселоны. Той самой. Ну, той самой, где, да. Когда на поле оказался один лишний боец со стороны команды оппонента. Вот бывает, и впредь, что... чтобы подобные случаи были исключены, впредь вот ввели такое обязательное правило строй для пересчета перед каждым сходом. Бывает, что бойцы допускают ошибки какие-то фатальные, и из-за этого можно потерять какую-то важную медаль или там травму получить. А бывает, что судьи допускают ошибки, и это, конечно... как правило, сказывается еще сильнее. Да. Поэтому на команде судей отдельно лежит ответственность. Да, Сережа, хорошо, я обязательно сделаю штрафную соточку. Обещаю. Вот так всегда. Финман, еще раз, пожалуйста, пояснить. О, кстати, здесь Латвия еще легионерами в сборной Англии. Что значит отправляет победившую команду? И победившую где? На отборочных по стране или в чемпионате мира? Все-таки тридцатки это гораздо круче и масштабнее. Да. Сейчас вот пересматриваю свежим взглядом, прям могу. Все слажено, работа англичан. Держат строй. Заградят у них, причем такой достаточно эпичный. Отлично работают. Марина, ты здесь? Я здесь, да, я просто пытаюсь вслушиваюсь в разговор Гевина с Калумом. Угу. И они обсуждают как раз французского ниндзя, ждут от него каких-то действий, вот так вот всегда. Ну, потому что Адриан Бедо, он умеет удивлять, конечно, в этом плане, и вот... С одной стороны, круто быть человек, который узнаваемым может переломить бойцом. Ход боя. Да, с одной стороны, круто быть узнаваемым бойцом, который, ну, типа, уже немножко звезда нашего спорта, а с другой, тебя же и соперники знают, узнают, что от тебя ожидать, и все. Победу в этом сходе и в этом бою берет английская команда. За товарища. За себя и за Сашку. Да. И занимает третье место в категории 30 на 30. Мужчины. Женской категории такой, конечно же, нет пока, но мы верим в лучшее. Верим даже, что доживем до этого момента. Вот Маргулис радовался. Мне кажется, мы будем уже очень стары для того, чтобы участвовать. Хотя, кто знает. А как происходит отборочный в России? Я хотел этому посвятить отдельный стрим. Вот, иначе будет намешано всего. Вообще, очень в последнее время стараюсь уделить внимание разграничению тем. Мне, естественно, хочется все и сразу рассказать, все вот прям вложить в один стрим, в один эфир, и
и имена бойцов, и рассказ о командах, и о правилах, и обо всем. Но понимаю, что это физически невозможно и только запутает зрителей, поэтому, наверное, мы отдельно разберем процесс отборочных. Могу только, ну, сказать, что они есть. Имеет смысл, поскольку там, да, система своя присутствует, и все это регулируется, в общем. Но вопрос очень обширный довольно. Привет, Макс. Да, Дадон очень метко подметил, к концу стрима, что англичане действительно, их все чаще мы видим, все чаще в одиночных категориях они поражают просто нас. Не забываем, да, что обладателем пояса в супертяжелой весовой категории по версии WMFC стал англичанин, то есть единственный, нет, не единственный иностранец. А, и Лукаш Коваль. Второй англичанин, который получил пояс в личном зачете. Ну вот. Но он получил его летом еще, и на войне он его защитил, скажем так, от посягательств некоторого наглого одного товарища, но, безусловно, талантливого бойца Вячеслава Левакова. Hello, it is historical medieval battle. You may google it. Сборная России выходит на ресталище? Да, допускается выступление за другую страну при условии, что у вас нет своей сборной, например. Либо ваша сборная не может выступить в конкретной категории. То есть, если у вас есть команда в 5 на 5 женской, к примеру, да, то вы не можете выступать за пятерку другой страны. Вы не можете быть легионером. Вот. Ну, типа, не влезли в свою сборную, да, не прошли по каким-то причинам. А если, в принципе, ваша страна не набирает команду для такой категории массовой, то вы можете быть легионером. Тем временем у нас на поле выходят финалисты, которые будут сражаться за первое место в категории 30 на 30. Почему мы смотрим именно ее? Потому что мы сегодня сравниваем все вот массовые такие командные категории, что было и что стало. То есть категория 30 на 30 наиболее близка к королевской 21 на 21. Той, которая была аж на первых битвах наций. Сложно сказала, конечно. Вот мы, собственно, видим как раз Сережу Тора в рядах сборной России. Здесь есть представители Твери. Почтил своим присутствием. Ребята из клуба Тверди, вот я вижу. Да, Марина? Да. Серега, татарин. Но почему-то питерцы его называют монгол. Он не монгол! Если кто-то смотрел мои бои, там у меня символика белый крест на красном фоне. И да, если вы здесь увидите бойца со щитом, с белым крестом на красном фоне, это мой одноклубник. Такой ненавязчивый пиар. Да, тверичи. Вот те самые, кстати, Финман, вы спрашивали, говорили вы из Тверского региона, можете посмотреть, как земляки сражаются. Тоже долгий пересчет у нас будет. Да, наша сборная стартовала ближе к центральной линии ресталища, хотя бы потому, что в регламентах не оговорено, откуда начинает команда. Да. В принципе, правилами это не запрещено. После этого мы с Маршалами обращали внимание на этот пункт правил, что необходимо его более четко прописать, а то так можно, в принципе, начать из половины ресталища соперников. Вот Валерий Вознюк сейчас демонстрирует свое недовольство этим фактом. Да, Валерий капитан сборной Украины, он с 2017 года
Три года подряд он был капитаном. Сейчас, к сожалению, он, по-моему, с поста ушел. Ну, то есть там ничего скандального, просто должность эта должна быть сменяемой, и это логично. Вот, для прогресса, для развития. Сам он сейчас, насколько я понимаю, будет сражаться. Вот. Кстати, отличное интервью у него было. А потом. Спокойно, все хорошо, все под контролем. И это уже, да, совсем не похоже на тот рассыпной строй в бою России-Украины 2010-2011 года. Здесь видна четкая командная работа, тактика, строевая подготовка. Все, что годами оттачивается у бойцов. И много, очень много дрифкового. И много щитов больших, наконец-то они пошли в ход. Да, на первой линии стоять без треугольника геральдического, это, конечно, то еще удовольствие. Он очень хорошо помогает закрываться от сыпящихся, как град ударов. Причем древкового на украинской стороне также много, и людей, которые там умеют с ним обращаться столь же профессионально, как наши бойцы, хватает. Соответственно, бой более чем напряженный. Вообще, вот несколько лет подряд шла тенденция к уменьшению размера щита просто для повышения мобильности бойца, там, да, чтобы ему меньше всего мешало и нужно было таскать с собой. Вот. А сейчас с введением в официальную программу чемпионата мира массовых вот этих категорий 30 на 30 и 150 на 150, снова мы видим, наконец-то возвращаются щиты треугольные, бугурты и даже ростовые. Щиты осадные, так называемые. А там, глядишь, и до бантиметов пойдёт. Так называемые бронедвери. Да. Вот. Я жду момента, когда уже выкатят на поле в Агенбурге. Почему бы нет? Идет позиционная борьба по краям. Ресталище. В центре тоже все относительно пока под контролем. Вот он, Сергей. Несколько... Вечно у него рвется на латник на плечах. Кстати, если вы думаете, что махать алебарды это не трудно, что это просто набалдашник на древке, ну, все равно, что там мотыгой, да? Нет, это очень тяжело поднять. Опустить, снова поднять, опустить, и все это в нужный момент, в нужное место приложить кинетическую энергию. Это настоящее искусство на самом деле. То есть вот все эти бойцы с древковым, они не бездумно машут куда-нибудь, лишь бы попало, да. Это все четко выверенные удары. Потому что если махать беспорядочно, то можно, во-первых, попасть в запрещенную зону, а во-вторых, просто ненужное утомление получить. Вот попытка сейчас была прорыва. Сперва было впечатление, что украинцы теснят россиян, ну, чисто вот по картинке на поле, но сейчас видно, что преимущество забирают российские бойцы. И даже уже прорываются куда-то туда. За своим кусочком боевой славы. Все. В принципе, массовые бои останавливаются при достижении трехкратного преимущества одной команды над другой. Но вот в таких вот условиях довольно тяжело пересчитать оперативно бойцов уцелевших, поэтому не сразу маршалы могут среагировать на ситуацию. Ну и мы помним, что это все еще брутальный спорт, да? В целом похоже, но картошка редко бьет фальшионом в лицо в ответ. Отличное сравнение. Это правда. И не только фальшионом. Да. Отличные бои. Вот сейчас Финман сказал, ну, по нашей с тобой наводке, что
о, вижу, говорит Земляков. То есть мы ему указали, что вот этот вот боец, он из Твери. И понимаешь, вот мы с тобой не зря живем. Кто-то, ну, человек, который не был знаком с этим видом спорта, он сейчас не просто начал немножко понимать в нем, а он начал уже отличать отдельных бойцов и даже идентифицировать своих, а соответственно болеть. В общем, это прекрасно. Здесь наши полномочия все. Продолжаем. Это был первый раунд из вечных соперников России и Украины. Да, напряженный бой, говорит Макс, не то слово. То есть прошло 10 лет, и чемпионат уже 10-й. Мы с вами смотрели бои первого и второго чемпионата 21-21. А здесь мы смотрим, как обстоят дела на юбилейном чемпионате. И видим, что соперники все те же. А вот тактика, уровень освещения, уровень организации, уровень одоспешенности бойцов и вовлеченности публики, вот этого вот всего, он, конечно, совершенно другой. А, кстати, я прошу прощения. Ты увидела черного мага? Да. Фантомные боли по фантомной битве нации, да, они у нас у всех сейчас. Слышно, что бои ведутся не только на ресталище между бойцами, но и в фанатском секторе пытаются перекричать друг друга болельщики сборной России и сборной Украины. И да, мы видим Александра Маколдина, того самого черного мага. Он в этом году, точнее в прошлом, он был знаменосцем почетным сборной. Да, но уже на Кубке Динамо, кажется, он уже выступал за Медвежью 5 как активный боец, да? Кажется, так. Берет алебарду поудобнее, по-моему, боец Пересвета. Надо в лицо посмотреть. Да, надо. Затылка не могу. В шлеме с забралом волчьи ребра еще куда ни шло, можно определить бойца, посмотрев ему в забрало. Второй раунд этого напряженного боя. Категория 30 на 30, чемпионат мира битва нации 2019 года, юбилейный. И вообще это первый чемпионат, на котором проводилась эта категория, так сказать, усовершенствованная королевская номинация. Royal. Прокачанная. Да. Royal Platinum Luxury Edition. Extended version. First Original, там что-нибудь. Вот, ребята с украинской сборной тоже, я вижу, ближе к центру подбираются. То, что мы с вами смотрим, это чемпионат мира битва наций 2019 года, юбилейный, и он проходил в Сербии, в стенах крепости Смедерева. Николай Смирнов спрашивает в чате, политика сильно сказывается, сказалось на украинской сборной? Конечно, сказалось, но скорее как бы внутри сборной. У них там тоже случились свои перипетии и раскол. И те бойцы, которые участвовали много лет на чемпионате битва наций до политических событий на Украине, они в какой-то момент перестали ездить к нам на соревнования, ну не к нам, а вообще в принципе на соревнования, которые там в России проводятся и которые проводятся организацией HMBA по политическим соображениям. Но, как мы видим, их земляки, есть те, кто, кому охота воевать, становиться лучше, тренироваться и сражаться с лучшими, и, соответственно, они приезжают на соревнования международного уровня и пытаются отстаивать честь своей страны на международной арене. Вы можете заметить, что как-то есть там бойцы, которые бездействуют, как будто бы, да, вот со стороны Украины я не вижу такого отряда, а у нас он есть, называется заградотряд, то есть он же засадный полк, я не знаю, как его еще назвать. Не, заградотряд он так и называется. Ну да, в общем, это специально выделенные боевые силы, которые
чья специализация отлавливать прорывы бойцов. То есть, если кто-то попробует забежать в тыл к нам, они будут встречены специально обученными людьми. Здесь у нас Роман Баранас, Багаудин Юсупов и не увидел кто еще. В 2018 году эту роль играл Сергей Уколов, как один из новичков бугуртного дела. Вот, сейчас уже он доказал то, что он талантливый человек, талантлив во всем. Но он, по-моему, сейчас здесь и есть тоже в этом отряде. Их слишком много, я не могу разобрать. Заградотряд — это как Чак Норрис, который не спит, а выжидает. И вот, кстати, момента. Необычное явление, что Сергей Курицын стоит посередине. Обычно он идет по борту, как правило, и продавливает фланги. Вот любопытно, что за тактика была применена в этот раз, почему Сережу поставили в центр. Он вроде бы всегда говорил, что возле борта ему комфортнее, там, ну, в целом. Танковать! Мне нравится, как он не реагирует на удары, совершенно стоит. А это называется хорошая броня. Ах, падение, размен. Обидненько. Там, по-моему, Михаил Колпачиков вместе с... Не, Колпачиков в этот момент находился за бортиком. Вместе с Маколдином стоял. Ой, какой большущий щит. Так непривычно их видеть, эти щиты большие. Наконец-то. Вот. Повышает, конечно, арсенал. Сергей пал. О, боже. Центурион. Сережа Митрофанов стоит. Молодец какой. Ну, вот пытается с собой закрыть брешь в строю. Надеемся, что поскорее ее... Залатают. Ну, здесь ощутимо, конечно, вот то, что выделили бойцов для заградотряда, это ощутимо сказалось на общем строе. А это Клыков, да, бежит? Ты все еще, ты помнишь, что у меня все еще фризит? Не всегда отслеживаю, кто где. Но сейчас... я вижу со спины Ильяса Вышутина из украинской сборной, из клуба «Князь». Сцепился Андрей Киселев с Алибардой. Сцепился с Алибардой и с соперником. Да, второй раунд вот таким вот получился. В принципе, вот... Тоже я... напряженно, достаточно было тяжело. Я хоть... Не сказать, что прям легко разобрали наши украинцы. А, Никита. А, да, Никита. Не Клыков, а, господи. Никита Восторгин, вот, кто Восторгин. Это побежал. Это молодежка. Их все такие бодрые. Понабрали. Народу. Не запомнишь, ну, они просто, понимаешь, мельтешат, вот не успеваешь заметить, кто же это был. Настолько быстро они бегают. Вот так закончился финал чемпионата... Нет, это был третий день, по-моему. Да, это был третий день чемпионата, но не финальный день. После этого на следующий день еще были бои 150 на 150. А вот категория 30 на 30 закончилась... победы России в бою за первое место. Второе место заняла Украина, вот подарив нам вот этот вот прекрасный, великолепный, красивейший бой. Третье место за сборной Великобритании. Потрясающе сработали ребята из сборной России, прям одно удовольствие было смотреть. Видно, как они сами воодушевлены, это все-таки настоящее испытание. Ну,
Ну, юбилейный чемпионат мира, это вам не это. Как, да. Цитируя классика, я вам скажу. Да, да простит меня Никита, я буду внимательней впредь. Никита простит. А не снял шлем? Алексей Маркелов, кстати, вот сейчас стоял. Почему-то не снял. Ну что ж, бывает. Я предположу, что его долго надевать или расстегивать. Ну да. Шлем. На такие бои шлем надо намертво застегивать. А то мало ли что. В общем, мы подходим к концу нашего стрима и сейчас готовы изо всех сил отвечать на сыпящиеся от вас вопросы. Подождите, подождите, не все сразу. Там Тор с Максом, у них уже общение в чате завязалось, это прекрасно. Дорогие друзья, те, кто смотрит сейчас наш стрим, вы можете смело задавать интересующие вас вопросы в чатике. Мы, конечно же, на них ответим. Можете даже каверзные какие-нибудь задавать. Там вот у нас голосование было перед стримом у Марины на странице. Очень много людей проголосовало про освещение всяких скандалов, интриг и расследований. И такие вопросы тоже можно задавать, не стесняйтесь. Да, еще раз поясню, что мы сегодня делали. Мы сравнивали бои самого, как мужские, так и женские, от старта номинации в официальной программе чемпионата мира «Битвы наций» до их, так сказать, апогея в прошлом году. Вот. У мужчин это было сравнение 2010 и 2011 года с 2019, а у женщин сравнение 2016 года с 2019 же. Вот. В перерывах у нас были вставочки, посвященные выдающимся моментам в исполнении команды «Медвежьи 5». Мы отдельно благодарим эту команду за все эмоции, которые они нам дарят. Особенно хочется припомнить прошлогодний эпизод на том же чемпионате мира в Сербии, когда команда «Медвежья 5», она же «Россия 2», сражалась нон-стопом в круг, зная, что они будут уже сражаться за четвертое место. И как это выглядело, команда не уходила на отдых, они просто давали небольшую передышку, по-моему, даже не дожидаясь отведенного им на отдых времени. И в какой-то момент капитан команды Виталий Грызлов, вернее, как это было, мы все на трибунах замерли вот в этом вот напряжении, в сожалении того, что команда впервые за долгую историю не выйдет на пьедестал. Вот. И в какой-то момент стало слышно кричалка вот эта фанатская: «Глубинная бомба! Кто-то зарядил!» Мы переглянулись и поняли, что это был никто с трибуны, никто из наших заряжающих, а это был сам Виталий Грызлов из-под шлема. Вместо того, чтобы переводить дух и как-то пытаться отдышаться между тяжелейшими боями, он начал вдохновлять и команду, и нас, зрителей, которые приуныли там на трибунах в переживаниях за них. Он начал вдохновлять нас всех вот этой кричалкой. И мы, естественно, все поддержали. И мы тогда не сдержали слез, потому что это был настолько трогательный, сильный, душещипательный момент. Вот, и даже сейчас меня немножко разлатало. Прекрати, хватит! В общем, это круто. Но надо отметить то, что сезон для них в итоге вышел исключительно удачный. Эти ребята стали чемпионами Бугурт Прайма, откатали какое-то невероятное количество турниров за этот год и снискали просто славу и все золото мира. Я не знаю, чего при таких исходных еще теперь можно желать. Так что, ну вот, все было круто.
Сережа ушел плакать! А я читаю комментарии, там говорили про то, что россиянам еще долго будут припоминать этот выход с середины поля, а не от борта, а украинцам долго припоминали этого 22-го человека. Ну да, надо же как-то себя занять, когда вы не можете драться, выходить на ресталище, а вот как сейчас можем только в интернетах что-то там рассуждать. Ну, приходится мусолить вот эти вот, да, моментики. Они довольно яркие, врезаются в память. Вот. Но все встанет на... вернется на круги своя и встанет на место, когда наконец-то появится возможность снова свою силушку богатырскую проявить. Там спрашивают, что по поводу... А, что за история со Штайнером? Сейчас. Я... Мы слишком много уже сказали на эту тему, и я думаю, что лучше Вовы Штайнера никто на этот вопрос не ответит. Этому даже посвящен целый стрим, я, по-моему, на 2,5 часа с участием Андрея Киселюса. Он, собственно, у Вовы на странице висит. Если не жалко времени, вы можете пройти, ознакомиться. Там даже в комментариях половина сообщества ЕСБ высказала свое отношение тем или иным образом ко всему этому, ко всей этой, не побоюсь этого слова, несколько раздутой все-таки истории. Ну, это на мой субъективный взгляд. Вот. Нет, ну, ни один стрим, конечно, был посвящен эпичному вот этому вот событию, как увольнение человека, вот, отстранение от какой-то должности. Не один стрим, это у нас так Алла Пугачева каждый год дает прощальный концерт. В принципе, да. Ну, один из, как сказать, пиар-ходов, наверное, вот. Я больше никогда не, это мой последний что-то. Вот. В заградотряде командиры или обычные бойцы? В заградотряде бойцы, которых назначит капитан боевой. Дальше. Всей командой руководит один человек. В принципе, да. Но, естественно, как и в любом милитаристичном подразделении, есть какая-то иерархия. Скорее всего, назначены офицеры еще. Мы не знаем досконально структуру мужской сборной. Но это знаю точно, секреты, да, подготовки и тактики сборной России. Перед каждым боем есть один такой, сейчас, не знаю, можно назвать это ритуалом, когда боевой капитан или капитан сборной называет фамилии бойцов, которые выйдут в сход. И я думаю, что это один из таких тоже сильных моментов, особенно на чемпионате мира, когда... вот стоит вся команда, запасные бойцы и все-все-все, и каждый ждет, что назовут его фамилию. Мне кажется, это вот то, ради чего вообще бойцы тренируются, чтобы твою фамилию назвали в решающем сходе, ты мог себя проявить. Я помню, как на юбилейной битве наций Степан Пименов по прозвищу Небоскреб, это была его первая битва наций, и в день, когда были пятерки, и в день, когда были двенашки, и в двенашках он, по-моему, не дрался, насколько я помню. В общем, 2 дня Степан, затаив дыхание, ждал, когда же его фамилию назовут в списках. Ну и в итоге прекрасно себя проявил и в тридцатках, и в 150 на 150. Вот. Но просто это я наблюдала тоже. Мне всегда нравится наблюдать за этим процессом. Я как бы будто от них напитываюсь этими непередаваемыми эмоциями, и вот лица в эти моменты, их отдельное удовольствие наблюдать. И прям тоже одна вот в ящичке с воспоминаниями из битвы нации, это вот в самом драгоценном углу лежит. Вот Финланд пишет, сейчас заметил момент, как парень бил топором другого под предплечье несколько раз, разве он не должен имитировать отсутствие руки и вовсе гибель? Это... совсем не глупый вопрос. Я понимаю, что люди, которые только-только знакомятся с нашим спортом, не до конца могут понять специфику. У нас здесь не постановочные бои, не сценические какие-то, не
похитовая война, здесь бои до выведения из боя. А выведение, оно, соответственно, это падение, это выход за аресталище и касание тремя точками. Так, смотрю дальше. Спрашивают, не смыло ли у нас палатку. У нас смыло весь лагерь на битве наций, на юбилейное, когда было награждение, и, соответственно, началась тогда гроза, у нас затопило полностью весь лагерь. Не только палатку, а все практически шатры, которые были установлены на этой территории. И я до сих пор благодарю свой здравый смысл за то, что тогда взяла с собой надувной матрас, поскольку благодаря ему мои вещи остались сухими. Тоже. Да, помню, как гитару поднимали на эти самые, наверх наших шатров, там, где перекрестие, вот это вот, конечно, не забывается. Спрашивают, а как Макс рыжую искал? Да, да. Спрашивают Макса, когда у него новые видео. Я поясню, рыжая — это сабля Макса, которую он так нежно назвал. Ее смыло водой, и он безуспешно пытался ее найти, но потом, когда вода уже ушла, а лагерь эвакуировали. По-моему, Александр Титов ее обнаружил там и вернул владельцу. Вот. У Макса завтра новое видео, надо будет посмотреть на канале Макса Юна. Кстати, в последнее время, я вот раньше помню точно из комментариев во время прямой трансляции, можно было переходить на страничку автора комментария. А сейчас почему-то, вот я сколько ни пыталась, не получается. Видимо, что-то изменили в Ютубе. Так... Сережа пишет, а представь, как-нибудь бац, и тебя вызовут. Ну, как бы, руководство нашей сборной еще не настолько передовое. Надеюсь, что этот момент все-таки останется так, в воображении. Хотя, если позовут, то надо будет идти. Что же делать? Когда Марина в ударе, может за душу взять. То есть я бываю не в ударе. Так-то. Ой, все так ударились в воспоминания, какая прелесть. Это прекрасно, да. А, какая-то команда перед каждым боем 5 на 5 танцевал боевой танец, потом ее утяжили все команды по очереди. Скорее всего, это и были поляки КСР, КС Рыцарш, вот, которые танцуют, господи, как же его, Света? Скибиди-вапапа! Да, танец скибиди. Извините. Если сегодня кто-то пришел к концу стрима, посмотрите в серединке. А, нет, в самом начале у нас есть хака от медвежьей пяди. Вот чем не танец, один из самых ярчайших эпизодов. Всем командам на заметку, очень хороший, ну, момент для индивидуализации вашего командного образа. Нам тут как-то предлагали тверк танцевать доспех, ну, это надо уметь. А мы решили, что мы еще не настолько передовые. Света, я придумала, можно шутка про тверк. Шутка про тверк, конечно, перед боями. Мы не поворачиваемся так спиной. Просто вот это панчлайн вообще. Да. Так. Штайнер Шрёдингера, смешно. Так. Вау. Так, читаю комментарии. Да, если меня вызовут, я буду удивлена, конечно. Финман, пожалуйста, задавайте больше вопросов. Вы прямо как рупор новичка в нашем спорте, и это прекрасно. Многие зрители, я знаю, смотрят втихушку и не решаются задать вопрос или что-то еще. Мы здесь для того, чтобы, блин, на них отвечать. Сравниваю с настоящим. Я снова процитирую Сергея, который пишет, что до сих пор не очистил сабатоны от ржавчины. У тебя до сих пор стальные сабатоны, Сергей? Серьезно? Так, я же думала, у тебя титановые. Ссылку на Макса... Ну, блин, по-моему, в Ютубе сложно это сделать, я сейчас не смогу... Короче, найдете. Да просто, я думаю, можно в личку скинуть и все. Да. ВКонтакте. Думаю, Максим с удовольствием прорекламирует свой канал Сергею. Друзья, мы будем закругляться. Мы с вами уже 3 часа.
с удовольствием тут ностальгируем изо всех сил. Я надеюсь, что вам, ну, вы как и мы, уловили сегодняшний посыл нашего стрима о том, что все меняется, что-то остается неизменным, как, например, соперники в финалах королевских номинаций. Что-то сильно меняется, например, освещение боев, снаряжение бойцов, кольчуги меняются на нормальный доспех, и все в таком духе. Вот. И даже теперь меняется на нормальный тактики, шлем. Да, и женские бои даже начинают представлять из себя что-то действительно интересное. Похожее на бои. Вот. Не в последнюю очередь благодаря нашим мужчинам. Ну, перестаньте уже накидывать. Максимальный реализм, Финман, это если мы будем драться заточенными мечами, использовать колющие удары, и после боя бойцы будут уходить не сами, а их будут выносить. Но, конечно же, так наши бойцы и спортсмены очень быстро закончатся, и нам нечего будет стримить и комментировать, поэтому... Ну, это не считая того, что это против любого законодательства. Вот. Серёжа Мешков пишет, что... Я извиняюсь, я... прочитала сообщение Сережи Мешкова про то, что он очень хочет быстрее спарринги. Да, Сергей, мы чувствуем твою боль. Тоже хочется, да. Спасибо всем, кто смотрел стрим. Если кто-то хочет заточенное оружие, есть полно всяких роликов в интернете с серии там «Парни дерутся на острых мечах». Ну, это до первых порезов. Как правило, все вот как-то так. И, естественно, это все ради хайпа в основном. Так, говори. Все. Нет? Да. Я хотела сказать, что сегодня у нас стрим в не самом привычном формате прошел, поскольку обычно мы с Мариной Александровной вели его, так сказать, together, рядышком находясь, и было попроще как бы с коммуникацией. Вот, я извиняюсь, мне сегодня немножко фризило изображение, поэтому я была менее активно, чем обычно, но самоизоляцию у нас продлили до конца месяца, соответственно, возможно, когда какой-то вменяемый будет, там, в общем, когда ее отменят, и мы сможем с Мариной совместный стрим проводить, как бы, вместе, вот, находясь в одном помещении, вот, надеюсь, скоро это время настанет, тогда будет поживее, пободрее, но... В любом случае, будем пытаться этот формат как-то осваивать, чтобы было пободрее, что ли. Я очень хочу освоить формат вот как-нибудь с палаткой на фестиваль. Я уже забыла, каково это. Да, но будем надеяться, что поскорее. Все, друзья, если кому-то душу разбередили, простите, но мы тоже страдаем. Мы не хотим страдать в одиночку, давайте страдать вместе. Так вот. Будет. До новых встреч, до новых эфиров. Не болейте. Оставайтесь дома. Пока-пока. Пока.